하나님께서 우리 시베리아 신학교를 너무 사랑하셔서 세계에서 가장 소중한 사람들을 부르셔서 언약을 전달하는 증인으로 세우신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог самых драгоценных благовестников, которые будут передавать завет, прислал сейчас на это место.지금 우리는 코로나 팬데믹이라는 아주 어려운 그런 위기를 지금 말씀과 함께 그 여정을 지나가고 있습니다. И вот этот тяжелый период пандemии мы с вами проходим со Словом Божьим. 이 복음 받는 전도자 여러분들이 분명히 아셔야 될 것은 하나님은 불 가운데서도 사자굴 가운데서도 함께 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. И посреди вот этих проблем нужно помнить, что Господь это тот, который вместе, даже во рву и в печи огненной.전 이스라엘 백성들이 애굽의 고통에 신음할 때에 그 백성들이 하나님께 부르짖었습니다. Когда израильский народ находился в Египте в страданиях, он стал звать Господу. 출애굽기 2장 23절 24절 우리 찾아 읽겠습니다. Давайте прочитаем исход 2, 23, 24. 시대가 어려울 때에 언약의 백성들이 해야 될 절대적 한 가지 답을 우리에게 주셨습니다. То есть Господь дает нам эпохальный ответ. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым.애굽에서 이스라엘 백성들이 400년 넘어 살게 되었습니다. И получается, в Египте больше 400 лет жил израильский народ. 처음서부터 노예가 된 것은 아닙니다. Но он не с самого начала там был рабом. 이스라엘 백성들이 애굽에 들어갈 때는 정복자로 들어간 것입니다. Когда израильский народ вошел в Египет, они вошли как завоеватели. 그때는 이미 요셉은 애굽의 총리가 되어 있고 전 애굽을 다스리는 그런 권세를 가지고 있었습니다. 또 이오시 он был как управляющий в Египте, имел власть. 하나님은 아브라함에게 약속하셨던 바 너로 인하여 민족을 큰 민족을 이루겠다고 약속하신 언약이 성취된 것입니다. И Господь, Он пообещал, что через тебя я произведу великий народ, и исполнил это. 그리고 반드시 너로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이라는 약속이 실현된 것입니다. 이 исполнил вот это обещание, что через тебя произведу великий народ. 자, 정복자로 애굽에 들어간 이스라엘이 지금 고통 가운데 하나님께 부르짖고 있습니다. получается, израильский народ, который вошел в Египет как завоеватель, он сейчас в страданиях взывает к Богу. 지금 우리 시베리아 신학교에 소속되어 있는 우리 전도자 여러분들은 여기에 대한 이유와 답을 찾아내야 될 것입니다. И поэтому вы должны здесь найти причину и ответ. 애굽은 세상을 의미하는 것이죠. Египет означает мир. 기독교가 수천 년 동안 세계를 정복하고 문화와 문명의 꽃을 피웠습니다. И мы знаем, что христианство, оно оказывало влияние на мир. Многие страны были христианскими. 그러나 세월이 지나면서 지금 전 세계 교회는 문을 닫고 신자들은 지금 신음하고 고통 중에 있습니다. Но прошло время, церкви закрываются, и верующие находятся посреди страданий, жаждут. 자, 이때 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖는 기도에 오늘 24절을 보면은 하나님이 그들의 고통의 소리를 들으시고 그랬습니다. И вот тогда говорится, что Господь, 24 стих, услышал стенание их и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. 하나님이 우리를 택하셨다는 말씀은 우리는 언약의 백성이라는 증거인 것입니다.
То есть Господь нас избрал, и поэтому мы являемся народом Божьим. 하나님과 인간 사이에 계약의 백성이라는 뜻인데 우리가 언약을 놓쳐버리면은 순식간에 세상의 노예가 되고 사단의 심부름꾼이 될 수밖에 없는 것입니다. То есть, получается, мы являемся народом завета Божьего, но в тот момент, когда мы упускаем завет, мы начинаем становиться как рабы сатаны, мы выполняем мелкие поручения сатаны. 자, 1세대의 어른들이 언약을 놓치고 세상에 취한 까닭에 자자손손 후손들이 고통 가운데 신음하고 있는 이런 현실을 지금 우리 당대에 살고 있습니다. Мы сейчас сами живем в такую эпоху, когда видим, что наше взрослое поколение, они стали больше впадать в плотское, оставлять завет, а дети еще больше стенают и страдают. 지금 여러분 우리가 시대가, 나라가, 우리 개인이 어려운 것이 문제가 아닙니다. То есть проблема сейчас не в том, что сейчас тяжело и трудно. 그 어려운 상태에서 원망하거나 불평하거나 세상을 탓하는 사람이 있는가 하면은 하나님을 오직 앙망하는 자들도 있다는 것입니다. То есть есть сейчас люди, которые ропщут, недовольствуют сейчас на вот это время, а есть те, которые взирают на Бога. 하나님은 지금 이 코로나 팬데믹이라는 시기에 세상을 치유하고 인간의 근본 문제를 치유하고 그리고 노예된 인간을 치유하는 중요한 시간표를 우리에게 알게 하셨습니다. Господь дает нам понимание, что сейчас вот в это время Господь исцеляет мир, исцеляет нашу коренную основу и от рабства освобождает. 오늘 마지막 시간에 저와 여러분들은 우리는 기도하고 하나님께 나아갈 때에 하나님은 우리 기도를 들으시고 말씀으로 찾아오신다는 사실을 분명히 믿으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы верили, что когда мы молимся, Господь слышит наши молитвы и приходит к нам через Слово. 고통 가운데 빠져 있는 자기 백성들의 기도를 들으시는 하나님이 계시기 때문에 아무것도 염려할 것도 없고 근심 걱정할 것도 없고 기도하면 하나님이 듣고 응답하실 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог – это тот Бог, который слышит наши молитвы и дает ответ даже посреди страданий, стенаний. Поэтому не за что переживать. 자, 하나님께서 자기 백성들의 기도를 들으시고 응답하신 것이 무엇입니까? И Бог слышит молитву своего народа и отвечает. 그 고통 중에 신음하는 자기 백성들의 부르짖는 기도를 하나님이 어떻게 응답하셨습니까? И как Бог дал ответ на молитву народу, находящегося в страданиях? 여러분, 사람을 보낸 겁니다. Он посылает человека. 하나님의 말씀을 담아서. Который вложит в свое сердце слово. 다시 말하면 말씀을 보내신 것이죠. 아, то есть посылает слово, другими словами. 그래서 우리가 지금 이 신학교에서 하나님의 말씀을 우리가 바르게 언약으로 붙잡는 이 훈련은 매우 중요한 것입니다. Поэтому через это обучение сейчас для нас очень важно, чтобы мы правильно хватились за слово Божье. 430년의 그 애굽의 저주에서 빠져나올 수 있는 길은 언약의 말씀밖에 없는 것입니다. И путь выхода из рабства 430-летнего это только слово завета. 중세 교회 때에 천년이 넘는 그 암흑 시대 때 루터는 복음의 말씀을 깨닫고 종교 개혁을 일으킨 것입니다. Получается в средневековые века, когда благая весть была забыта, тогда Мартин Лютер он восстановился в благой вести и произвел реформацию религиозную. 지금 무너진 한국과 세계 교회를 일으키는데 다른 능력이나 어떤 물질이 필요한 것이 아니라 여전히 하나님의 복음의 말씀, 재창조의 복음의 말씀이 필요한 것입니다. И вот сейчас нашу эпоху нужна не какая-то особенная сила для восстановления, не что-то материальное, а сила благой вести. 자, 시대마다 하나님이 쓰셨던 일꾼들은 하나님께서 진노하시고 회복하시는 길을 알았기 때문에
언제든지 우상을 버리고 여호와께로 돌아오라고 외쳤던 것입니다. И поэтому каждый раз, когда народ Божий оставлял Слово Божие, он каждый раз восстанавливался, когда оставлял идолов и начинал взирать на Бога. 지금 우리가 살아가는 데 있어서 여러 가지 어려운 부분들이 많이 있을 줄 압니다. И я знаю, что сейчас в нашей жизни могут быть различные трудности. 그러나 하나님께서 지금 러시아를 통해서 237개 나라 5천 종족을 살리기 위한 모든 필요를 다 준비하신 줄로 저는 그렇게 확실히 믿습니다. Я уверен в том, что ради евангелизации через Россию 237 стран и 5000 племен Господь сейчас в это время все подготавливает. 불신자들도 세상 조건으로 잃어버렸던 것을 다 회복했는데 살아계신 하나님의 말씀을 가진 여러분들이 여러분들의 지역과 나라와 교회를 살리지 못한다는 것은 그거는 우리의 잘못인 것입니다. 우리에게 책임이 있는 것입니다. То есть получается, обязательно в нашей жизни должно быть восстановление духовное благословение, то что благословение того, что мы утратили. 자, 그래서 오늘 첫 시간에 말씀 제목은 경제 치유인 것입니다. А если у нас это не восстанавливается, значит, это мы что-то делаем не так. Первая лекция сегодняшняя называется «Исцеление финансов». 자, 우리 역대상 29장 10절에서 14절 말씀을 찾아 읽겠습니다. Давайте посмотрим первое паралипоменон 29, 10, 14. 자, 찾았으면은 읽어 주시기 바랍니다. Благословил Давид Господа пред всем собранием и сказал Давид: Благословен ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество и слава и победа и великолепие и все, что на небе и на земле твое. Твое, Господи, царство и ты превыше всего, как владычествующий и богатство и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем и в руке твоей сила и могущество и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Аминь. Аминь. Давид은 영원전서부터 영원까지 계시는 여호와 하나님을 백성들 앞에서 송축했습니다. Мы видим, как Давид, он исповедует Господа, который существует от века и до века. 천지 만물이 주님께 속했고 천지 만물을 다스리는 주권도 주께 속했다고 믿음에 고백을 했습니다. И он здесь говорит исповедание веры, что все в этом мире Господь сотворил, все находится в его руках, в его управлении. 천지 만물이 주님께로부터 왔고 또 주님께로부터 돌아간다고 고백했습니다. И он исповедовал, что все в этом мире от Господа, и все возвращается к Господу. 부와 귀도 주님께 있을 뿐만 아니라 우리를 낮춰고 어렵게 만드는 것도 하나님의 절대 주권 속에 있다 그랬습니다. То есть не только богатство, благополучие в Божьих руках, но даже Господь и принижает нас, это тоже в Божьих руках находится. 영원전서부터 영원까지 계시는 그 하나님은 우리 인간의 머리카락까지 세심바 되실 정도로 세미하게 자기 백성을 지키십니다. То есть Господь настолько очень точно, детально управляет своим народом, он знает даже сколько волос на голове человека. 하나님과 영원히 동행할 때는 에덴 동산에서 인간이 부족함이 없었습니다. И когда Господь находится вот в таком вечном общении с человеком, тогда, как в Эдемском саду, нет недостатка у человека. 자, 지금처럼 무엇을 먹을까, 어떻게 살아갈까,
무슨 일을 할까 염려할 필요가 전혀 없었던 것입니다. Вот живя вот так в Эдемском саду, не нужно было переживать, как сейчас, во что одеться, что поесть, как жить. 근데 인간 세상에 큰 문제가 발생됐죠. Но вот в наш мир пришла большая проблема. 그게 사탄의 계획인 것입니다. Это было планом сатаны. 근데 여러분, 사탄도 영세 전서부터 있었던 존재인 것입니다. И сатана это тоже то существо, которое издревле существовало. 근데 이 사단이 언제 인간 세상에 침투하게 되는가? 그 타이밍을 시간표를 우리가 정확하게 체크할 수 있어야 될 줄로 믿습니다. Я верю в то, что мы должны хорошо определить, в какое время он подступился к человеку, когда он стал искушать. 자, 첫 사람 아담과 하와는 에덴 동산에서 부족함이 없이 살았습니다. То есть первые люди, Адам с Евой, без всякого недостатка жили в Эдемском саду. Они имели такую свободу, что могли есть от любого плода в Эдеме. 날마다 원하는 거, 필요한 거, 풍성하게 충족함을, 만족을 느꼈어요. От любого дерева плод могли есть. И каждый день могли наслаждаться вот этим изобилием. 근데 세월이 지난 후에 동산 중앙에 있는 열매만 쳐다보면은 탐스러운 마음이 생겨나는 것입니다. Но когда прошло время, они стали смотреть только вот на это дерево, познание добра и зла, и у них стала появляться похоть, жажда. 여자가 뱀에게 동산 중앙에 있는 열매를 보고 먹음직스럽고 보암직스럽고 지혜롭고 탐스럽다고 고백했습니다. И также, если посмотреть на женщину, когда Еву, она посмотрела на этот плод, он показался ей приятным для глаз, вожделенным, еще и дающим знания. 그 열매는 먹으면 정녕 죽는다라는 하나님의 말씀은 생각하지 아니하고 인간의 생각만 했던 결과 사탄이 그 생각으로 틈을 탄 것입니다. То есть, получается, она не думала о Божьем Слове, что Бог сказал, ты совершенно умрешь, если съешь. Но она своими мыслями рассуждала, и в этот момент сатана подступился. 그날 이후로 세상을 정복하고 다스려야 될 인간은 물질의 노예가 되고 정욕의 노예가 되고 완전히 사단의 노예가 되던 것입니다. И получается, в тот момент человек, который должен управлять и владычествовать миром, он совершенно стал рабом материального, рабом своих каких-то похотей, желаний. 그때부터 이스라엘 백성들은 애굽에서 물질의 노예가 되어서 그 배급 제도로 살아가는 그런 슬픈 존재가 되었던 것입니다. И человек стал вот таким существом, который стал жить только ради материального, следуя только за материальным. 1907년도에 우리 한국에 남북한이 공산화되기 전에 평양에서 큰 기독교의 부흥이 일어났습니다. И в Корее в 1907 году в городе Пьонган было большое такое христианское движение. 동양의 예루살렘이라고 선교사들이 미국 선교사들이 칭찬할 정도로 말씀 운동, 성령 운동, 전도 운동이 일어났던 곳입니다. То есть такое большое действие Святого Духа, действие проповедования, евангелизации происходило в Пьонгьяне, и там служили американские служители. 당시에 평양은 상당한 어떤 경제 발전과 도시가 발전된 곳이라고 저는 역사를 통해서 배웠습니다. Через историю я изучал, что в то время был расцвет Пьонгьяна. 상업과 무역이 발전됨으로 인해서 거기에 많은 술집도 생겨나고 유흥가도 생겨났다고 그랬습니다. И то есть было такое большое экономическое развитие, и появилось очень много пивных баров. 소수의 복음 깨달은 전도자들이 복음을 전해서 그 평양에 많은 세상적인 퇴폐적인 타락 문화들이 사라지고. 정말 성지가 될 정도로 기독교의 성지가 될 정도로 교회가 성장되고 발전됐다고 합니다.
И говорят, когда стали передавать благую весть вот в этом районе, настолько произошло действие, что стали исчезать вот эти всякие пивные, ночные бары. И получается, эта страна стала как бы моделью христианства. 자, 근데 한 30년 시간이 지나면서 우리 교회가 일본 신사 우상 앞에 절을 하는 것은 불법이 아니다. 우상 숭배가 아니다라고 교회가 선포를 했습니다. Но спустя 30 лет получается японские идолы стали принимать церкви и японских идолов и стали признавать их. 교회가 우상 앞에 절하는 그 이후로 여러분들이 알다시피 북한은 완전 공산화로 전락되어 버린 것입니다. То есть получается, преклонились перед японскими идолами церкви, и вы знаете, что затем Северная Корея она совершенно впала в коммунистическую идеологию. 그리고 6.25라는 전쟁이 일어나서 우리 대한민국은 70년이 넘도록 북한 공산주의와 남쪽에 남한의 자유주의로 이렇게 지금 둘로 나눠져 있는 상태입니다. И получается, потом произошла война была между Японией и Южной Кореей, и получается там получается демократия, по-моему, в Корее утвердилась в Южной. 좀 통역이 좀 어렵네요. 자, 공산주의가 된 우리 북한은 지구상에서 가장 지금 가난한 상태에 놓여 있는 것입니다. И вот теперь мы смотрим на Северную Корею, мы видим, что насколько сейчас им там тяжело. Вот они находятся в этой идеологии коммунизма. 자, 성공과 물질 중심으로 나아갔던 그 잘못된 생각으로 말미암아 오히려 인간이 물질의 노예가 되었던 것이. То есть получается, они имели успех материальный, и как бы в центре этого двигались, и наоборот, они стали рабами материального. 지금은 북한뿐만 아니라 전 세계가 지금 코로나 팬데믹 이후로 경제적인 고통과 어려움을 지금 겪고 있습니다. И мы знаем, что сейчас из-за того, что сейчас пандемия коронавируса, сейчас многие страны, не только Северная Корея, претерпевают страдания. 그래서 정치도 회복돼야 되고 경제도 회복돼야 되고 문화도 회복돼야 되지만은 우리는 그 이전에 하나님의 절대 주권이 먼저 회복돼야 되는 사실을 성경은 가르치고 있습니다. И поэтому, конечно, должна восстановиться политика, экономика, культура, но в первую очередь должен восстановиться абсолютный Божий авторитет. Этому учит нас Библия. 저는 경제 전문가가 아니기 때문에 경제학을 경제론을 말하기는 어렵습니다. Конечно, я не экономист по образованию, поэтому мне тяжело говорить о науке экономики. 그러나 저는 제가 국내외로 세계 현장을 다녀보면서 우리 목회자들이나 성도들이 하나님의 영광을 위해서 물질을 쓸 때는 교회도 살고 지역 사회도 살아나고 성도도 풍성한 삶을 사는 것을 많이 봤습니다. Но несмотря на это, выезжая за границу, смотря на различные церкви, я видел, что когда верующие церкви, они жертвуют ради благой вести, тогда можно увидеть, что и церковь живет, и местность эта живет, и они сами в изобилии. 그러나 제가 지금 이 복음을 전하면서 저 아프리카 혹은 아프리카나 혹은 저 또 서남아시아 같은 여러 지역을 돌 때에 지도자들이 너무 정직하지 못하고 교회의 물질을 마음대로 쓰는 그런 모습을 보면서 교회도 어렵고 백성도 어려운 모습들을 저는 또 봤습니다. 아, также я посещаю такие страны как Африка, также Восточная Азия. Я видел, что когда в приношении используется, получается, не ради славы Божией, когда финансы используются как не по назначению, я вижу трудности в самой церкви и в народе.
우리 빌립보서 4장 12절 13절 말씀을 찾아 읽겠습니다. Давайте посмотрим Филиппийцам 4, 12, 13. 빌립보 4장 12절입니다. 빌립보서 4, 12. 자, 같이 읽어 주세요. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 네, 네. 11절에 보니까 바울이 이렇게 고백합니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편이든지 자족하는 비결을 배웠다 그랬습니다. 11 стих еще посмотрим. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 여러분, 성경에는 말세에 인간에게 큰 고통이 찾아오는데 사람들이 돈을 하나님보다도 더 사랑하는 시대가 온다고 미리 말씀하셨습니다. В Библии заранее нам говорится, что придет время страданий, и поэтому больше, чем Бога, люди будут любить деньги. 바울은 이런 시대를 미리 알고 지금 우리에게 경제에 대한 올바른 치유와 올바른 생각을 갖도록 지금 말씀을 주고 있습니다. И заранее зная об этом, Павел сейчас говорит нам вот это слово о том, что мы здесь должны иметь правильные мысли, правильное исцеление. 지금 우리가 경제 치유를 받아야 될 중요한 이유가 있습니다. Есть причина, почему мы должны получить исцеление в финансах. 우리 목회자들이나 우리 그리스도인들이 경제 부분에 하나님과 우리가 사회에서 기도해야 될 부분이 너무 많습니다. И как верующим, так и имеется в виду прихожанам, служителям, необходимо здесь знать. 지금 여러분, 적 그리스도의 3단체는 전부 경제를 먼저 장악했습니다. Вы знаете, что три организации, которые двигаются против Христа, они в первую очередь завоевали финансы. 저희 동남아시아의 어느 나라는 뭐 얼굴이 좀 이쁜 여성들은 전부 몸을 팔아서 경제를 생활을 이어가는 그런 경제 구조로 되어 있다고 들었습니다. Также слышали, что, например, в Юго-Восточной Азии все красивые девушки в основном они продают свое тело. 자, 저 남미 같은 데는 마약이 경제의 원천이 되어 있습니다. Как бы финансы движутся в центре вот этого бизнеса, а если посмотреть на Южную Америку, там все движется в центре наркотиков. 자, 그런 것을 얻은 그 어두운 경제, 흑암 경제를 통해서 사회에 일어나고 있는 살인이라든지 범죄라든지 이런 법으로 해결하지 못하는 어려운 일들이 너무 많이 있습니다. И потому что вот финансы тьмы преуспевают вот в этих странах, и поэтому там очень много преступлений, убийств. 우리 기독교인들은 우리가 물질을 많이 벌고 적게 벌고 그게 중요한 게 아니에요. Для нас, христиан, важно не то, как мы, сколько зарабатываем финансов, там много или мало. 우리가 교회를 위해서 많이 헌신하고 적게 헌신하고 그것도 중요한 것이 아니에요. То есть не самое важное, ради церкви я много служу, во многом самоотвержен или немного. 모든 것이 주님께로부터 왔다는 사실에 대한 절대 주권을 우리가 믿고 인정한다면은 내가 가지고 있는 조그마한 것도 하나님을 위해서 헌신하는 것은 기쁜 마음으로, 즐거운 마음으로 할 수 있게 될 줄로 믿습니다. Ну, я верю, что даже если малое мы приносим перед Господом, нужно с радостью перед Богом это приносить. 성경에 보면요, 가부에 두렵던 아주 작은 돈으로 주님께 드렸는데도 하나님은 그것을 기뻐하신 증거가 성경에 기록되어 있습니다.
В Библии также записано свидетельство этому. Мы знаем про бедную вдову, которая принесла всего одну лепту, но это было ценное для нее. И с таким трепещущим сердцем перед Господом она это принесла. И Господь радовался. 자족하고 기뻐할 때에 우리 주위에 또 나라의 시대의 경제도 치유가 되는 그래서 복음 경제 빛의 경제로 순환되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. Я верю, вот, что через такое сердце восстанавливаются финансы света в этом мире, происходит экономическое исцеление. 모든 것이 주님께로부터 왔기 때문에 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있다라고 바울이 지금 고백을 하는 것입니다. Все приходит от Господа, и Павел исповедует: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 그런데 이 고백이 지금 감옥 안에서 지금 사도 바울이 감옥 밖에 있는 성도들에게 메시지로 전달하는 것입니다. И вот это слово, которое Павел сейчас говорит, он говорит его в тюрьме людям, которые находятся вне тюрьмы. 제가 어느 나라에 선교를 좀 했는 그런 때가 있었는데 거기에 성도들이 목회자들이 물질에 대해서 너무 부정적이고 불법적인 것을 하소연하는 얘기를 몇 나라에서 들었습니다. Я служил в одной стране и слышал от людей отношение к финансам местного населения. 그러니까 성도들 가운데 좀 경제적인 여유가 있고 풍성한 삶을 삶에도 불구하고 교회와 목회자의 삶을 위해서 헌신하지 않는다는 소리도 저는 들었습니다. То есть, что не очень чистое отношение к финансам у них. И также слышал, что даже если прихожане церкви живут в изобилии, ради церкви, ради пастора, они стараются не жертвовать. 여러분, 지금 제가 우리 여러분들에게 물질이나 경제를 지금 말하는 것은 절대로 아닙니다. То есть я не просто сейчас вам говорю о финансах, об экономике. 하나님께서 세계 복음을 위해서 자기 백성들에게 모든 필요를 채우실 것인데 뭔가가 지금 막혀 있다는 것을 지금 해결하기 위해서 드리는 말씀입니다. То есть сейчас я говорю о том, что Господь ради евангелизации все приготовил, но есть какие-то препятствия. 제가 또 어떤 선교지에 가서 메시지를 전달한 적이 있습니다. А также в одном месте было время, когда я передавал слово. 제가 그 교회에 4일간 캠프 사역을 섬겼습니다. То есть это было служение компании. 4 дня я там передавал слово. 교회당도 크고 성도 숫자도 꽤 많았습니다. Это была большая церковь, большое количество прихожан. 제가 4일 동안 교회를 섬겼는데 거기에 당회장 목사가 저 점심 식사한 것을 대접하지 않았습니다. И получается, вот я служил там, но пастор той церкви не приглашал меня на обед. 제가 지금 이런 얘기를 드리는 것은 무슨 목회자를 대접하고 섬기라는 그런 말로 전달하는 것이 아니기 때문에 우리 말씀 듣는 우리 신학생 여러분들은 이해를 제가 구합니다. Я желаю, чтобы вы сейчас меня поняли. Я сейчас не говорю так тому, что об отношении к пастору, о том, что его нужно приглашать. 저는 여러 현장을 다니면서 상당히 많은 것을 느꼈습니다. То есть, ездя по разным местам действия, я многое почувствовал. 교회가 어려움이 온 것은 어쩌면 당연한 것이구나 라는 것을 느꼈습니다. Но я почувствовал, что если в церковь приходят трудности, это естественно. 그러면 올 것이 왔다면 우리는 이 상태에서 주저앉을 것이 아니라 하나님의 절대 계획을 찾아내야 되는 것입니다. Но если вот эти трудности пришли, мы должны увидеть Божий план. 자, 그래야 후대가 살아나는 것입니다. Тогда будут жить потомки. 우리 렘넌트들이 정말로 경제를 어떻게 활용해서 세계를 정복하고 다스려야 되는가
그 답을 가지고 세상으로 나가야 될 줄로 믿습니다. И рынок должен иметь здесь ответ, как нужно использовать финансы, чтобы управлять и владычествовать этим миром, выходить в этот мир. 자, 우리 로마서 16장을 한번 찾아보겠습니다. Давайте посмотрим Римлянам 16 главу. 3절, 4절, 5절, 2절 읽어보겠습니다. С 3 по 5 стих прочитаем. 아, 3절, 4절만 읽겠습니다. 3절, 4절. 3-4 только прочитаю. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». 바울이 브리스길라 부부를 자기 동역자로 소중히 여기는 간증을 로마서에 기록했습니다. То есть здесь мы можем увидеть, что Прескилу и Акилу Павел называет сотрудниками моими. 자, 자기 목숨을 위하여 브리스길라 아굴라가 자기 목까지도 내놓을 정도로 헌신했다고 기록되어 있습니다. И здесь написано, которые так служили, что голову свою полагали, то есть душу, за мою душу, то есть могли жизнь свою отдать. 자, 뿐만 아니라 이방인들의 교회도 브리스길라 부부에게 감사한다고 고백했습니다. И также мы видим, что он благодарил Акилу и Прескилу за церковь, которая стоит, где благая весть передается язычникам. 자, 이 말은 사도 바울이 이방인 선교 현장을 다니면서 복음을 전하면서 그 지역 지역마다 교회를 세울 때에 거기에 필요한 모든 선교 재정을 브리스길라 아굴라 부부가 헌신했다는 것입니다. То есть он благодарит их также за служение проповедование язычников, потому что это свидетельство того, что каждое место, где апостол Павел проповедовал благую весть, в деле миссионерства они сопутствовали, они помогали Павлу. 자, 고린도전서 16장 19절을 보겠습니다. 1 Коринфянам 16:19 давайте посмотрим. приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. 자, 여기서는 아시아의 교회들과 아굴라와 브리스길라 자기 집에 있는 교회들까지도 너희들에게 문안한다 이렇게 기록되어 있습니다. Написано, что приветствуют вас церкви Ассийские, церкви Азии и также Акила и Прескила с домашнюю их церковью. 자, 이 말은 브리스길라 자기 집까지 헌신하면서 또 자기 전 생애를 헌신하면서 자신이 하는 사업도 전부 주를 위해서 복음을 위해서 헌신한 증거를 우리는 알 수 있습니다. То есть здесь мы можем увидеть, что Акила и Прескила ради евангелизации они жертвовали своим домом, своим бизнесом, своей жизнью. 그 결과 성경에 브리스길라 아굴라의 헌신 기록이 영원히 기록되어 있는 것입니다. И результатом этого мы видим, что о служении, записи о их служении навечно остались в истории. 제가 아프리카에서 목회자들만 모여 있는 곳에서 제가 한번 집회를 한 적이 있었습니다. Однажды я присутствовал на конференции в Африке, где участвовали только пастора. 거기는 지도자들만 모였기 때문에 제가 심중에 있는 마음에 있는 메시지를 그들에게 전달했습니다. Так как присутствовали только служители, я поделился с ними тем, что у меня было в сердце. 언제까지 이 아프리카의 이 고통과 또 재앙을 후손들에게 물려줘야 되겠느냐 그렇게 호소를 했습니다. То есть до каких пор вот эти страдания мы будем вот эти страдания мы будем передавать своим потомкам? 여러분들의 후대들에게 이 아프리카의 오래된 고통과 재앙과 저주를 유산으로 물려주지 아니하려면은 지금 이 자리에 모인 여러분들이 올바른 복음으로 후대들을 지도하고 가르치라고
그렇게 당부했습니다. И поэтому, чтобы не передавать им вот эти страдания, беды, проклятия, нужно оставить им точную благую весть. Я так сказал. 그때 그 흑인 목사님 한 분이 일어나시더니 그 눈물을 흘리시면서 저에게 매우 고맙다고 이런 말씀을 해주셔서 너무 고맙다고 저에게 인사를 했습니다. И тогда вот один пастор, африканец, он встал, плача со слезами, поблагодарил меня. Сказал правильно. 어떻게 하면은 우리 후대들에게 이런 올바른 복음적 유산을 물려줄 수 있겠느냐? 저에게 질문을 했습니다. И он задал мне вопрос, как мы можем оставить вот эту правильную благую весть, вот это правильное духовное наследие своим потомкам? 그래서 제가 우리 한국에 지금 렘넌트 운동을 하는 시스템을 자세하게 설명을 했습니다. И я подробно ему объяснил вот эту систему движения Remnant, которая сейчас происходит в Корее. 여러분, Remnant의 모델적이고 대표적인 사람이 누군 줄 아십니까? Знаете, кто является представительной личностью Remnant? 성경의 나시린으로 부름을 받은 사람이 누구죠? 아, кто был призван в Библии Назареем? 사무엘입니다. Это Самуил. 여러분들이 사무엘을 잘 연구하고 공부를 하셔서 그 사무엘을 지도자인 여러분들이 본받고 사무엘이 중심에 남았던 그 중심을 후대들에게 전달하면은 다윗과 같은 제자가 나올 것입니다. Я желаю, чтобы вы исследовали Самуила, изучали о Самуиле, брали его в пример и могли понять вот центр сердца Самуила и передать этот центр потомкам. 지금 여러분, 러시아는 정교회가 다시 한번 그 세력을 얻고 있는 그런 시간표죠. 다시. 러시아는 정교회가 다시 일어나고 있는 그런 일어나고 있는 줄로 알고 있습니다. 러시아 정교회. И я знаю, что сейчас в России происходят различные религиозные собрания. 제가 한 번은 그 모스크바에 그 정교회에 갔었는데 수많은 사람들이 마리아 사진 앞에 줄을 서 가지고 절을 하고 사진에 입을 맞추는 모습을 보았습니다. Я был в церкви в России, в православной. Я видел, как, получается, прям в очередь люди встали, чтобы поклониться перед иконой Марии, и каждый подходил и целовал ту икону. 근데 그 옆에 예수님 사진도 초상화로 이렇게 그려지고 액자로 딱 이렇게 세워놨더라고요. Рядом была также икона, где нарисован Иисус Христос. 그래서 제가 거기 한 분한테 기왕이면은 예수님 사진에 줄을 서서 이렇게 기도하지 어떻게 마리아에 섰냐고 그렇게 제가 질문을 했습니다. Тогда я задал вопрос. Ну, по идее, нужно в очередь выстроиться перед картиной Иисуса Христа. 그랬더니 거기에 한 분이 그런 소리 하면 안 된다고 저보고 나무랬어요. Ну, а не возле Марии. И кто-то меня остановил, сказал, нет, так говорить нельзя. 여러분, 한국에 그 성당에 종탑에 큰 글을 하나 새겨놓은 거를 제가 사진을 찍어봤습니다. В Корее, возле одной из церквей, была одна надпись, я сфотографировал ее. 혹시 여러분, 이 사진으로 보입니까? Видите фотографию? 자, 여기에 천호동이라는 곳에 있는 성당 종탑입니다. Это получается церковь в районе Чондам. 자, 성당 종탑에 기록되어 있는 글자가 뭐냐면은 원죄 없이 탄생된 성모라고 기록되어 있습니다. Здесь написано такими большими буквами о Деве Марии, что она без первородного греха, рожденная, не имеющая без первородного греха. 자,
마리아가 원죄 없이 탄생되어졌다고 종탑에 크게 기록을 해놨습니다. То есть вот так крупными буквами написали, что Мария без первородного греха. 제가 그 성당에 들어갔더니 마리아는 예수 그리스도와 공동 구세주라고 책자를 만들어서 천주교 신자들에게 가르치고 있었습니다. И это католический храм. Войдя туда, я увидел, что у них есть такое понимание, что Мария, она такой же спаситель, как Иисус. Они этому учат. 자, 그리고 마리아는 성천했다고 사진을 크게 또 붙여놨습니다. И она также вознеслась. И фотография, как не фотография, а картина, где это изображено, там자, была.원죄 없이 잉태된 마리아. Мария рождена без первородного греха. 예수 그리스도와 공동 구세주 마리아. Мария, которая такой же спаситель, как Иисус. 성천에서 우리와 함께하는 마리아. То есть она вознеслась на небеса и пребывает вместе с нами, Мария.사단의 작품입니다. Вот это такое произведение сатаны.적 그리스도의 메시지입니다. Это послание лжехриста.이것이 근본적으로 치유되어지지 않는 이상 교회는 우상신전과 다를 바 없습니다. И если вот это в корне не исцелить, ничем эта церковь не будет отличаться от идолопоклонства.그 사단과 우상신전에 헌신하는 물질은 사단과 공범이 되는 것입니다. 공범. И получается, вот эти финансы, которые будут расходоваться на это служение, это финансы, которые будут радоваться тому. 마귀를 위해서 예배해놓은 지옥의 뜨거운 불기둥 속으로 같이 들어가는 것입니다. То есть, получается, вместе с дьяволом идут в погибель. 이게 사단의 전략인 것입니다. То есть, глубоко погружаются в эту тьму. Вот это и есть стратегия сатаны. 하나님은 우리에게 완전한 그리스도의 복음을 주셨습니다. Бог дал нам благую весть совершенного Христа. 점도 없고 흠도 없고 1.1획도 반드시 성취될 약속의 말씀을 주셨습니다. И дал нам слово обетованное, которое обязательно свершится. 십자가로 모든 문제를 해결하시고 승리하셨습니다. И Господь на кресте разрешил все проблемы и вознес на небеса. 우리 기독교인의 능력과 힘과 자부심은 모든 문제 해결하신 그리스도 그분이 우리와 함께 하시는 것으로 자부심과 믿음과 확신을 가져야 될 줄로 믿습니다. И поэтому то, что является нашей большой силой, нашей уверенностью, нашей достоинством, это то, что теперь он сейчас вместе с нами пребывает. 사단과 마귀의 일을 멸하신 그리스도께서 우리와 함께 하셔서 저와 여러분들로 하여금 세상을 치유하고 노예된 인간을 살려내는 일에 전도자로 부르셨습니다. И поэтому теперь, так как он победил сатану, он пребывает вместе с нами и дал нам теперь власть исцелять и спасать этот мир, людей, которые находятся в рабстве. 근데 물질의 탐욕에 빠져서 이 완전한 복음을 우리가 소멸한다면은 안타까운 이야기입니다. И поэтому очень жаль будет, если, имея вот эту благую весть, мы впадем в похоть материальную. 가룟 유다는 예수님을 30냥에 팔아먹으려고 하는 그 생각을 갖는 순간에 사탄이 그 속에 들어간 것입니다. Говорится, что когда Иуда Искариот подумал продать Иисуса Христа за 30 серебряников, сатана вошел в его сердце. 하나님은 지금 러시아 교회를 일으켜서 북방과 유럽과 제2의 종교 개혁을 계획하고 계십니다. И Господь, Он имеет совершать движение, желание совершать движение проповедования через Россию во всех странах, в странах Европы. 이를 위해서 우리 시베리아 신학교 우리 전도자 여러분들을 하나님이 부르신 것입니다. И для этого Он призвал вас также обучаться в духовной семинарии. 하나님의 마음과 하나님의 소원에
우리 마음과 소원이 일치되는 은혜가 임하시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Благословляю вас имя Господа Иисуса Христа, чтобы сердце Божие и Божье желание совпало с вашим желанием. 그래서 우리가 경제가 치유된다는 것은 매우 중요한 이야기입니다. Поэтому восстановиться в экономике, получить исцеление в финансах, это очень важно. 여러분들은 시대를 치유할 그리스도의 대사로 영적인 지도자로 부르셨기 때문에 아무것도 염려하지 말고 오직 복음, 오직 그리스도, 하나님 나라, 성령의 역사로 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Благословляю вас, имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы ни о чем не заботились, не переживали, но чтобы ваше сердце было только в благой вести, только в Иисусе Христе, Божьем Царстве, наполнение Святым Духом. 첫 시간 여기서 마치겠습니다. 10분 뒤에 만나겠습니다. 1 лекция завершена, через 10 минут встретимся. Спасибо. Аллилуйя. 우리 둘째 시간에 느헤미야 1장 말씀을 찾아 읽겠습니다. 느헤미야. 예, 느헤미야 1장 4절에서 11절 말씀 찾아 읽겠습니다. 4-11절 пророка Неемии. Нееми 1장 4절에서 11절 말씀까지 느헤미야의 기도가 자세하게 기록되어 있습니다. То здесь мы можем увидеть подробную молитву Неемии, 1 глава, 4 по 11 стих. Услышав эти слова, я сел и заплакал, печален был несколько дней, постился и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи, Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою, о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилев, которыми согрешили мы пред Тобою, грешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповеди и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею, великою и рукою твоею могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим, и благоспеши рабу Твоему теперь, и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. Аминь. Аминь. Да, 읽었습니까? Да. 자. 느헤미야는 아닥사스당 왕 때에 술 맡은 장관으로서 높은 관직에 있었습니다. То есть получается, Неемия, он имел, можно сказать, высокий пост. Он был виночерпием у царя. 자, 한 번은 자기 형제 가운데 이제 조국 유다를 다녀온 형제가 그 이스라엘의 형편을 얘기하는 소식을 들었습니다. И однажды он услышал весть о израильском народе, в каком он состоянии находится сейчас. Израиль, Иудае, 남아 있는 자기 이스라엘 백성들은 능욕을 당하고 큰 환난을 당하고 예루살렘의 성전은 파괴되지고 불타고 그런 형편을 들었습니다.
Он услышал, что сейчас был сожжен храм израильского народа, храм Божий, и что сейчас бедствует, страдает его народ. 여기서 느헤미야의 기도로 파괴되고 무너져버린 예루살렘의 성벽이 재건되는 종교 개혁이 일어나는 것입니다. То есть получается, он услышал вот эту весть. 그럼 여러분, 문제와 어떤 어려운 위기는 하나님의 절대 주권 역사가 일어날 수 있는 절호의 기회라고 여러분 믿으시면 정확합니다. И для израильского народа это было время религиозной реформации. И обязательно вот даже в таких трудностях, страданиях происходит Божье действие. Нехемия는 시대의 죄악을, 이스라엘과 유다의 죄악을 자기 죄인 것처럼 살아계신 하나님 앞에 고백했습니다. Мы можем увидеть, что Неемия, он исповедует грехи своего народа как свой личный грех пред Господом. 백성들의 죄를 고백하고 하나님의 약속하신 언약을 굳게 붙잡았습니다. Он исповедует грех своего народа и крепко держится за обетованное Божье слово. 이 구절에 한번 보시면요. 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지키 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에서 돌아오게 하리라고 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 구절 매우 중요한 구절입니다. 구절 한번 읽어보시기 바랍니다. Очень важный 9 стих. Здесь говорится, когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. 하나님을 떠나고 불순종하고 백성들은 죄를 범했지만은 하나님께서 약속하신 언약은 하나님께서 기억하옵소서 느헤미야가 하나님 앞에 당당한 기도를 드리는 것입니다. Мы можем увидеть, что Неемия молится здесь такой очень мужественной, твердой молитвой. Хотя мы оставили Бога, ослушались Тебя, но Ты вспомни завет свой. 자, 지금 두 번째 시간의 제목은 기도 치유 제목입니다. Тема второй лекции сегодня – это исцеление молитвы. 오늘 느헤미야의 기도는 보좌를 움직이는 기도요, 시공간을 초월하는 기도였습니다. 이 молитва Неемии это была такая молитва, которая приводит движение Божий престол и превосходит время и пространство. 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시고 자기 백성들의 출입을 영원까지 지키시는 하나님이십니다. То есть Господь не дремлет и не спит, Он всегда во веки оберегает свой народ. 언제 하나님께서 자기 백성들의 기도를 들으시고 보좌와 소통되는 증거와 응답을 주시는가 우리는 확인해야 되겠습니다. Но вот сегодня мы должны с вами увидеть, когда Бог действует, когда Бог начинает такое действие, которое превосходит время и пространство. 지금 예루살렘에 있는 이스라엘 백성들은 스스로 성전을 재건하거나 무너진 것을 일으킬 수 있는 능력도 힘도 배경도 전혀 없는 상태입니다. То сейчас такое состояние израильского народа, что своими силами они не могут ни восстановить храм, ни подняться. 자, 기도하는 느헤미야의 한 사람을 통해서 당시에 제국의 페르시아의 제국의 왕의 마음을 움직여서 성전을 재건할 수 있는 모든 물질과 성전 재건의 재료들을 확보하는 것입니다. Но мы можем увидеть, что благодаря молитве Неемии было сердце царя, как бы Бог возбудил сердце царя, и все необходимое для восстановления храма Божьего он предоставил. 하나님은 모든 걸 준비 다 하셨습니다. То есть Господь все приготовил. 자기 백성들에게 어려움을 주기 위해서 어려움을 준 것이 아닙니다.
Бог не дает трудности своему народу для того, чтобы ему было трудно. 이 시대의 재앙이 왜 왔으며 어떻게 뭘 하나님이 원하신가를 알게 하기 위한 하나님의 계획인 것입니다. Но почему пришли эти трудности? Что Бог желает? Важно, чтобы вот это увидели. 오늘 여러분 지금 전 세계가 흑암과 캄캄함으로 만민을 가려보는 이 시대에 우리는 무엇을 해야 되겠습니까? Вот сейчас такая эпоха, которая покрыта тьмой. А что в эту эпоху мы должны делать? 하나님께서 저와 여러분들을 통해서 빛을 발하라고 말씀하셨습니다. Бог говорит нам, светите светом. 이 빛은 무슨 빛입니까? А что это за свет? 이사야 60장 1절에서 2절 여호와의 영광이 나타나는 빛입니다. 이사야 61:2 это свет славы Божьей. 자, 이 빛은 창세기 1장 3절에 천지 만물을 창조하신 창조의 빛입니다. Это свет сотворения. А Бытие 1:3. 이 빛 안에 요한복음 1장 4절에서 12절에 생명이 있는 것입니다. И этот свет, он содержит в себе жизнь Иоанна 1:4-12. 마태복음 5장 13절에서 14절에 보니까 너희는 세상의 빛이라 그랬습니다. И Матфея 5:13-14 говорится: "Вы свет миру". 사도 베드로는 이 빛의 증인이라고 우리의 정체성을 왕 같은 제사장으로 신분을 밝혔습니다. И 1 Петра 2:9 апостол Павел говорит, что мы имеем вот такое положение, царственное священство, которое светит этим светом. 우리 요한복음 8장 12절 찾아 읽겠습니다. Давайте посмотрим Иоанна 8:12. 이 빛의 실체는 예수 그리스도인 것입니다. И кто является этим светом? Это Иисус Христос. Это суть этого света. 8장 12절 다 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем 8:12. Опять говорил Иисус народу и сказал им: Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 자, 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이다. Иисус сказал: Я свет миру. 나를 따르는 자는 어둠에 거하지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것이다. И тот, кто следует за мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 이 빛을 받아들인 저와 여러분들은 하나님의 자녀의 신분과 권세를 얻게 된 것입니다. Мы с вами получили этот свет. Мы получили власть и статус чада Божьего. 오늘 느헤미야와 같이 이런 종교 개혁에 응답을 받을 수 있는 신분과 권세를 우리는 И поэтому, как Неемия, мы с вами получили вот эту власть и положение для того, чтобы вести вот эту религиозную реформацию. 뿐만 아니라 언약의 백성들을 노예로 포로로 삼았던 그 대적의 세력들을 물리칠 수 있는 권세도 얻게 된 것입니다. Также мы получили с вами власть, чтобы сокрушить все силы тьмы, все силы врага, которые заключили в плен, в темницу нас. 그래서 지금 우리가 이 답을 가지고 기도하는 기도는 보좌와 시공간을 초월하는 기도가 되는 것입니다. Если имеет этот ответ, мы молимся. Вот такая молитва, она приводит движение престол и превосходит время и пространство. 우리가 두 번째로 언약적 기도는 뭘 말합니까? Второе это молитва заветная. О чем здесь говорится? 그리스도는 하나님의 형상이요. Христос это образ Божий. 하나님의 형상 되신 그리스도가 우리 안에 거하심으로 우리는 하나님의 성전이 된 것입니다. И образ Божий Христос в нашем сердце, мы стали теперь храмом Божьим. 그러니까 하나님의 성전이 되었기 때문에 보좌의 축복과 배경을 누릴 수 있는 자격과 신분을 얻게 된 것입니다. И поэтому мы с вами теперь обрели власть и статус наслаждаться благословением Божьего престола. 당연히 하늘 권세, 땅의 권세, 모든 권세를 가진 주님이 함께 하심으로 저와 여러분들은 권세를 사용해서 이 땅의 모든 흑암 세력을 물리칠 수 있는 기도를 할 수 있는 것입니다.
И так как Господь, который имеет всю власть в небе и земле в нашей сердце, мы можем использовать эту власть и можем сокрушать все темные силы. 자, 그런데 여러분, 여전히 지금도 세계 교회에 남아 있는 신자들은 땅의 것, 육신의 것, 물질 중심으로 하나님 앞에 간구하니 구하는 자에게 주시는 하나님은 응답은 하시지만 영적 문제에 사단의 권세를 이길 수 없는 것입니다. И получается, так как дети Божьи, они больше сейчас просят о земном, о плотском, о материальном. Конечно, Бог дает им ответы, но они не могут разрешать духовные проблемы. 자, 우리 다니엘서 6장 10절을 찾아봅니다. Давайте Даниила 6:10 посмотрим. 찾아 읽겠습니다. Прочитаем. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Когда же в горнице его были открыты окна против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде. 자, 여러분, 우리가 잘 알고 있는 지금 성경 본문입니다. 다니엘서 6장 10절은. Вы хорошо знаете эти стихи Даниила 6:10. 다니엘은 이런 지금 어두운 시대, 복음이 방해받고 교회가 문을 닫는 시대가 올 것을 미리 깨닫고 있었습니다. То есть уже заранее Даниил знал, что будет такая эпоха, когда будут препятствия в благовестии, когда церкви будут закрывать свои двери. 이때를 미리 알고 자기만이라도 시대에 문제를 해결할 수 있는 영적 상태를 유지하기 위해서 하루 세 번씩 기도하고 있었던 것입니다. Он знал, что придет вот такое время, и для того, чтобы вести духовную брань, чтобы сохранить вот, вот это духовное наследство, он молился три раза в день. 자, 예배를 드리지 못하도록 법적으로 조치를 했는 그 상황을 미리 알고 있었다 이 말입니다. То есть он заранее знал, что может прийти такое время, когда по закону будет запрещено проводить богослужение. 근데 다니엘 기도하는 사람들은 그러한 사건이 왜 허락했는지 이유를 아는 것입니다. Но молящиеся люди знают причину, почему Бог позволяет этому произойти. 전지전능하신 성삼위 하나님께서 친히 역사하실 시간표라는 것을 알게 된 겁니다. Он знал, что это будет расписание, когда будет действовать Господь Бог, который сотворил небо и землю. 사람의 힘이나 조직으로는 해결할 수 없는 문제가 해결될 것을 미리 알고 있었던 것입니다. Он знал, что Господь разрешит вот эту проблему, которую невозможно разрешить человеческими силами, ничем. 자, 여기서 다니엘이 하루에 세 번씩 무릎을 꿇었다고 기록되어 있습니다. Мы можем увидеть, что три раза в день он склонял колени перед Богом. 무릎을 꿇었다는 말은 하나님을 경배하고 찬양하는 의미도 있습니다. Склонял колени, здесь такой смысл, что он поклонялся Богу, восхвалял Бога. 그리고 그의 하나님께 감사하였다라고 기록되어 있습니다. Также говорится, благодарил Бога. 이 모든 시대 상황을 계획하신 하나님께 진정으로 감사하기도 했던 것입니다. Благодарил Бога, который знал вот о том, что сложится такая обстановка. 자, 다니엘의 기도가 사단이 방해하는 정도가 아니라 사탄이 완전히 무릎 꿇은 것입니다. И вот благодаря этой молитве сатана не просто из-за этой молитвы препятствовал ему, он склонил свои колени. 자, 초대교회 사도들이 이 기도의 비밀과 복음의 비밀을 제대로 알지 못해서 예수님과 동행하는 시간 동안에도 그들은 육신대로 살았습니다. Есть посредственно учеников Иисуса Христа, они не знали Божий план. И даже находясь вместе с Иисусом Христом, они еще занимались какими-то плотскими делами. 자, 사도행전 3장 1절을 찾아보겠습니다. Давайте посмотрим Деяния 3:1.
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой.지금 여러분 사도행전 3장에는 성전 유문에 있는 안전뱅이가 일어나는 사건입니다. 아, Деяния 3 глава это событие, когда встал хромой чрево матери. 물론 여기서 그리스도 이름이 최초로 현장에 선포되고 또 날 때부터 안전뱅이가 일어나는 기적 아주 중요한 사건이죠. Конечно, здесь важным событием является то, что впервые было провозглашено имя Иисуса Христа на местах действия и встал хромой чрево матери. 그러나 절대 불가능한 안전뱅이가 어떤 시간표에 일어났는가라는 것이 중요한 것입니다. Но также очень важно, в какое расписание встал вот этот хромой, который не мог встать. 날 때부터 안전뱅이 된 자가 어떻게 어느 때 일어났느냐 그것이 여러분들이 지금 찾아내고 발견해야 될 부분인 것입니다. Очень важно сейчас увидеть, именно в какое время он встал, вот этот человек, который от рождения был хромой. 자, 보세요, 여러분. 제9시 기도 시간에 이 말입니다. Здесь говорится, в час молитвы девятый. 믿음의 선조 다니엘이 시간을 정해놓고 기도할 때에 일어났던 역사를 베드로가 비로소 확인한 것입니다. То есть получается, Петр первый испытал ответ на молитву в определенное время, когда вот определив вот это время, они постоянно пребывали в молитве. 여러분, 지금 러시아의 제2의 종교 개혁을 일으켜야 되는데 어떻게 일으킬 수 있겠습니까? То есть должно быть второе религиозное реформация в России. Как она может произойти? 지금 살아계신 하나님께서 저와 여러분들에게 그 답을 주시는 것입니다. Вот сейчас живой Господь Бог дает вам этот ответ. 오늘 이 말씀을 받는 저와 여러분들만이라도 원내서가 되어서 러시아의 무너진 교회를 회복한다면은 하나님께서 응답하실 것입니다. Если сейчас вы, кто находится на этом месте, сейчас восстановитесь вот в такой молитве, Господь даст вам ответ восстановления разрушившейся церкви России. 느헤미야와 같은 중심, 다니엘 같은 중심. 베드로 같은 중심을 가지고 기도한다면은 불가능한 일이 가능하게 될 줄로 확실히 믿습니다. И я верю в то, что если вы будете иметь центр сердца, такой как у Неемии, такой как у Даниила, как у Петра, произойдет такое действие, что невозможное, то есть будете получать невозможные ответы. 자, 여러분 우리가 이 약속의 말씀을 붙잡고 기도할 때에 하나님은 보좌에서 재창조의 능력으로 문제를 해결하신 사건들이 너무너무 많습니다. И если вы будете держаться вот за это обетованное слово, в вашей жизни будет происходить такое действие, которое будет превосходить время и пространство. 이스라엘의 아수르 18만 5천 군대가 쳐들어와서 위기에 빠졌을 때 여러분 히스기야 왕의 기도를 아시지 않습니까? Когда сирийское войско напало на Израиль, вы знаете молитву царя Иезекия. Хизкияга 기도하는 그 밤에 여호와께서 주의 영을 보내사 아수르 18만 5천 군대를 멸하신 그 사건을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. Вы хорошо знаете вот это событие, когда молился царь Иезекия, Господь послал воинство ангелов небесных и сокрушил вот это огромное количество вражеского войска. Элиса를 없애기 위해서 아람 군대가 도단성을 에워싸고 있는 사실을 우리는 알고 있습니다. Также вы знаете событие Дафаима, когда также вражеское войско окружило Дафаим. 엘리사의 시종 게하시가 아침 일찍 일어나서 원수들이 에워싸여 있는 것을 보고 혼비백산한 것입니다. И мы знаем, что Елисей находился в Дафаиме, и слуга его, когда узнал о том, что войско окружило, очень сильно испугался. 간담이 녹아서 엘리사에게 허둥지둥 지금 보고를 하는 것입니다. И он с таким трепетным страхом пришел и говорит об этом Елисею. 자, 우리 열왕기하 6장을 한번 찾아보겠습니다.
Это четвертое царство. Посмотрим. 우리 중요한 말씀은 확인하고 넘어가겠습니다. 아, важное слово нужно открывать. 율왕기하 16절 보겠습니다. 10절. 16절, 17절, 18절 한번 읽어보겠습니다. 19절까지. 10절 главу. 16절에서 19절까지 읽겠습니다. 10장 목사님. 10장. 열왕기하 6장 16절에서 19절. 6 глава 16 по 19 стих посмотрим. И сказал: не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к сему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога, не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. 하늘의 별처럼 바다 모래처럼 많은 아람 군대가 도단성을 에워쌌는데 엘리사의 기도로 오히려 아람 군대가 포로가 되어서 다른 지역으로 흩어진 것입니다. То есть получается, вот такое огромное войско, благодаря молитве Елисея, оно сокрушилось, и они оказались пленниками другой страны. 자, 이 사실을 알고 초대교회 성도들은 아무런 힘도 배경도 없었지만은 현장에서 승리한 증거가 있습니다. И вот имея вот это понимание, вот это благословение молитвы, мы знаем, что Первоапостольская церковь, не имея никакой поддержки, никаких сил, она могла держать победу. 자, 사도행전 1장 12절, 14절 찾아 읽겠습니다. Посмотрим Деяния, первую главу. 사도행전 1장 12절에서 14절. 12-13 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли на гору, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот и Иуда, брат Иакова». 자, 여러분, 예수님의 제자들의 이름이 지금 개인 이름이 기록되어 있습니다. Здесь записаны имена учеников Иисуса Христа, каждого лично. 이 사람들은 갈릴리 출신으로서 어부들입니다. То есть это были рыбаки из Галилеи. 자, 기질들이 다양해서 절대로 원내설을 이룰 수 있는 그런 기질이나 체질이 아닙니다. И они не имели такую сущность быть едиными вместе. 자, 누가 한 사람 잘 되면은 그 적성에서 시기하고 질투하고 고사질하는 그런 체질들이었습니다. У них была такая сущность, что если у кого-то что-то хорошо, сразу начинают ему завидовать. 자, 이들이 한 곳에 모여서 한 마음으로 오로지 기도에 힘썼던 것입니다. Говорится, они все собрались в одном месте и все единодушно пребывали в молитве. 여러분, 기도해서 하나님이 응답하십니까? Бог отвечает, если мы молимся. 사도행전 2장 1절을 보겠습니다. Давайте посмотрим Деяния 2:1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 자, 오순절 날이 이미 이름에 그랬습니다. При наступлении дня Пятидесятницы. 하나님의 응답은 이미 와 있는 것입니다. То есть ответ Божий уже пришел. 하나님은 여호와 이레로 모든 것을 앞서 준비도 하셨습니다. То есть Господь уже все заранее приготовил, Иегова Ире. 이 언약의 비밀을 가진 저와 여러분들의 앞서, 뒤에서 하나님은 호위하시고 지키시고 보호하시는 것입니다. То есть чтобы дать этот ответ, Он уже оберегает, охраняет и впереди, и позади ведет. 이 사실을 믿는 믿음으로 드려지는 기도가 보좌에 상달되고 시공간을 초월하는 기도가 되는 줄로 믿습니다. И вот такая молитва, наслаждаясь этими благословениями, она приводит в престол Божий, в движение Божий престол и превосходит время и пространство.
여러분 지금 제가 하는 말이 좀 어렵고 이해가 안 돼도 여러분 생각 잘 하셔야 됩니다. Может быть, что-то вы не понимаете, что я говорю, но задумайтесь. Если вы поразмышляете над молитвой Неемии, вы легко обретете ответ. Даниэль이 어떻게 기도했는가라는 것을 알고 기도했는 내용을 알면은 어떤 위기 가운데서도 확신이 있고 감사가 나올 수밖에 없습니다. А если вы поймете молитву Даниила, вы поймете, что в любом кризисе нам остается только благодарить. 자, 우리의 죄와 허물과 상관없이 하나님은 언약을 지키시고 언약을 기억하시는 분입니다. То есть Господь, вне зависимости от наших грехов, преступлений, от нашего положения, Он Бог, который соблюдает свой завет. 언약을 기억하시는 분이기 때문에 우리가 언약을 붙잡고 기도할 때 보좌에 계신 주님께서 응답하실 수밖에 없는 것입니다. Он помнит завет, и поэтому если мы держимся в молитве за завет, он обязательно действует, производит движение, это молитва престол Божий. 자, 우리는 언약하신 것을 언약으로 붙잡고 믿을 때 하나님은 그것을 기뻐하시는 것입니다. То есть, когда мы держимся за завет, мы верим в этот завет и молимся, Господь радуется. 자, 아브라함이 하나님과 언약을 체결했습니다. А между Авраамом и Богом был заключен завет. 창세기 15장 6절을 찾아보겠습니다. Давайте посмотрим Бытие 15:6. 창세기 15장 6절 Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. 자, 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그의 의로 여기 있었다 그랬습니다. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. 그냥 하나님이 원하시고 기뻐하시는 믿음이란 어떤 믿음입니까? Какую веру от нас желает Бог, какая вера радует Бога. 하나님이 약속하신 말씀은 반드시 성취되고 실현될 것을 믿는 그 믿음이 의로운 믿음인 것입니다. То есть правильная вера это когда мы верим в обетование Божие. 얼마나 쉽습니까, 여러분? Насколько это легко? 하나님이 약속하신 것을 그대로 믿으면 하나님 그대로 성취할 것입니다. То, что Бог пообещал, нужно просто верить, и Господь это совершает. 근데 이제 우리가 한 가지 착각할 수 있는 게 있습니다. Но есть одно, в чем мы можем заблуждаться. 우리는 눈에 보이는 것들이 있어야, 손에 잡히는 것들이 있어야 응답이라고 착각하는 것입니다. Мы заблуждаемся. Мы думаем, что ответ это когда что-то должно быть видимо глазам, это ну что что можно взять в руки. 여러분, 높게 하는 것과 낮게 하는 것과 부유하게 하는 것과 가난하게 하는 모든 것들이 하나님의 주권 안에 있는 것입니다. Но все находится в Божьих руках, в Его суверенитете. Возвысить нас или унизить, сделать богатыми или нищими. 자, 살리는 것과 죽이는 것이 하나님의 절대 주권 안에 있는 것입니다. То есть будем ли мы живы, или мы умрем, все находится в абсолютно Божьем суверенитете. 그게 다윗의 신앙이요. 다니엘의 신앙인 것입니다. Это было исповеданием веры как Давида, так и Даниила. 자, 그 믿음의 선조들의 신앙을 믿은 느헤미야는 완전히 무너진 예루살렘을 회복하기 위해서 하나님 앞에 언약 하나 딱 잡고 기도하기 시작한 것입니다. Мы можем увидеть, что видя вот эту веру своих предков, Неемия, он ухватился за завет Божий и твердо молился перед Богом за сокрушившийся Израиль. 여러분, 지금 유럽 교회, 세계 교회 무너진 상태를 알면은 보통 심각한 것이 아닙니다. Вот если посмотреть на Европу, посмотреть на этот мир, в каком сокрушении сейчас он находится, это непростая проблема. 여러분, 단순히 우리가 교회 하나 부흥시키는 것 이것이 지금 중요한 것이 아닙니다. То сейчас для нас важно не просто, чтобы какая-то одна церковь имела возрождение. 어느 때보다도 지금 영적인 전쟁의 치열한 시간표 속에 지금 저와 여러분들이 있는 것입니다.
То есть сейчас такое время, когда особенно ведется духовная борьба, особенно необходимо нам исцеление. 그래서 부활하신 예수님께서 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치라고 명령하셨던 것입니다. Поэтому воскресший Господь Иисус, Он повелел, чтобы мы изгоняли бесов, исцеляли болезни. 자, 이제 저와 여러분들은 단순한 내 지역뿐만 아니라 내가 살고 있는 나라와 내 주위의 국가와 237나라 5천 종족을 향해서 중보 기도해야 될 지금 시간표가 온 것입니다. И поэтому сейчас пришло такое расписание, когда необходимо вот эта ходатайственная молитва за нашу страну, за страны, которые находятся вокруг нас, за этот мир, за 237 стран и 5000 племен. 자, 그리스의 마음을 가지고 우리가 기도할 때 하나님께서 어떻게 응답하시겠습니까? Если имея сердце Христа, мы будем молиться ходатайственной молитвой, какой ответ даст Бог? 자, 로마서 8장 26절을 찾아 읽겠습니다. 로마 8:26 давайте посмотрим. 26절에서 29절 같이 읽습니다. 8:26. Также и Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. 목사님, 목사님 아, 안 들려요, 안 보여요. 8장 26절, 29절 읽었습니까? 다. Прочитали. По 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». 자, 지금 하나님은 우리에게 성령으로 말할 수 없는 탄식으로 기도하고 있다는 사실을 가르쳐주고 있습니다. То есть Господь учит нас тому, что Он ходатайствует за святых. И... 자, 지금 저와 여러분들은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 부르심을 입은 자들인 것입니다. То есть мы с вами те, кто призваны ради воли Божией. 그래서 우리만이 보좌와 소통되며 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 기도를 간구할 수 있습니다. И поэтому мы можем иметь вот такую молитву, общение с Господом, общение, которое приводит движение в Божий престол. 목사님 안 들려요. 아, 이 지금 자꾸 시스템이 자꾸 끊어지네요. 자, 우리가 보좌와 소통되는 기도를 할 수 있는 신분과 자격이 있다는 사실을 먼저 아셔야 됩니다. Мы должны знать в первую очередь, что мы имеем такой статус, иметь вот эту молитву, которая приводит движение Божий престол. 자. 우리가 36절 로마서 8장 36절 37절에 보면은 하나님께서 우리를 사단과의 영적 싸움에서 능력히 이긴다고 확신을 주셨습니다. Если посмотреть Римлянам 8:36-37, мы можем увидеть, что Господь дает нам власть преодолевать его силу, все темные силы. 자, 지금 앞에서 일간 첫 시간에 왜 우리가 경제가 치유되어야 되는가라는 부분을 말씀드렸습니다. 아, вот вначале мы с вами говорили, почему мы должны получить исцеление в финансах. 저는 여러분들에게 경제를 가르치려고
지금 말씀을 드린 것이 아닙니다. Я сейчас это слово говорю для того, чтобы научить вас экономике. 하나님께서 에덴 동산에 만물을 마음껏 즐기도록 다 주셨습니다. Господь в Эдемском саду дал человеку все, чтобы он до избытка мог наслаждаться. 동산 중앙에 있는 것은 먹으면 정령 죽는다라고 하나님이 말씀하셨던 것이니. И Господь сказал слово, что если съешь дерево познания добра и зла, плод смертью умрешь. 인간의 탐욕으로 말미암아 하나님의 말씀을 거역하고 사단의 말을 듣는 순간에 인간은 에덴의 모든 축복을 다 놓쳐버린 것입니다. Но из-за вот этой похоти человеческой, из-за этого вожделения, они отказались от Божьего слова, прислушались к словам сатаны и потеряли все благословения Эдемского сада. 그 한 번 불순종의 사건으로 온 세상은 저주를 받고 인간은 사단의 노예가 된 것입니다. И получается, из-за одного вот этого неверия вся земля, весь мир получил проклятие, стали рабами сатаны. 하나님께서 독생자를 보내셔서 모든 걸 다 회복시키셨습니다. Бог послал сына своего единородного, и он восстановил все. 그런데 또 사탄은 물질로 인간을 유혹하고 인간은 그 물질에 넘어지는 것입니다. И опять сатана искушает человека материальным, и человек из-за материального падает. 여러분들은 4세대 영적인 지도자로 하나님이 세우신 것입니다. И Господь вот в эту эпоху поставил вас духовными лидерами. 가장 유혹받기 쉬운 이 물질을 우리가 이번 주간에 우리가 함께 많은 생각들을 해야 되겠습니다. Поэтому вот на этой неделе нужно задуматься о том, чем нам легко обмануться, это финансами. 자, 그 부분을 이길 수 있는 힘이 오로지 기도에 힘쓰는 것입니다. И как победить это молитва единодушная. 자, 여러분, 우리가 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 기도하면요, 반드시 하나님의 뜻과 계획이 내 마음과 생각을 주관하는 것입니다. Потому что если ухватишь за совет Божий, будем молиться, обязательно Божий план, Божье слово будет руководить нами. 여러분, 어떤 인간도 성령의 인도받지 않고서는 사단이 파놓은 함정을 이길 수 있는 존재가 없습니다. Нет ни одного человека, который мог бы победить препятствия, преграды сатаны, не получая руководства Божьего. 마태복음 4장이나 누가복음 4장에 보면은 예수님조차도 사탄이 물질로 유혹하려고 대적했던 것입니다. Мы можем увидеть искушение Иисуса, что также материальным сатана его искушал. 마귀는 끊임없이 저와 여러분들이 언약을 놓치고 세상 유혹에 침몰하도록 또 미혹하는 것입니다. И до сих пор сатана, он искушает, чтобы мы, оставив завет, могли следовать за материальным этого мира, за искушением этого мира. 그래서 히브리서 4장 12절에 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 것입니다. И поэтому в Евреям Господь дает нам слово. 그 말씀이 우리의 마음과 영과 혼과 관절을 찔러 쪼개는 말씀인 것입니다. Евреям 4.12, что это слово, то слово, которое разоряет дух, душ, состав и мозги, и суд помышления, намерения сердечные. Иоанн 16, 24, 말씀 읽고 두 번째 시간 마치도록 하겠습니다. Давайте с вами прочитаем Луки 16 главу и завершим вторую лекцию. Иоанн 16, 24. Иоанн Богом 16. Иоанна 16, извиняюсь. 23절, 24절, 두 절 읽어주겠어요? 23, 24. 요한복음 16장 23절, 24절. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. 자, 여러분, 우리가 땅에서 구하는 그 무엇이라도 예수 그리스도 이름으로 구하는 것은 하나님이 응답하시겠다고 약속하셨습니다.
То есть Господь, Он пообещал, что чего не попросите во имя Мое, Я дам вам. 자, 우리는 하나님의 온전하신 뜻과 계획을 완전히 알기는 어렵습니다. А совершенно нам познать Божью волю, Божий план тяжело. 그래서 우리가 반드시 예수 그리스도 이름으로 기도합니다라고 기도합니다. Мы обязательно молимся во имя Иисуса Христа, Господь говорит. 그 이름은 하나님이 보증하신 이름인 것입니다. Это имя, которое нам гарантировал Бог. 그 이름은 사탄이 하나님의 응답을 방해할 수 없는 이름인 것입니다. То есть это имя, при котором сатана не может препятствовать. 신실하신 하나님께서는 예수 이름으로 구한 것은 반드시 응답하시겠다고 오늘 성경으로 보증으로 우리에게 말씀하신 것입니다. И вот это слово как гарантия дает нам, что когда мы молимся во имя Иисуса Христа, Господь дает нам ответ. 그래서 여러분들이 지금 이 말씀을 받는 우리 시베리아 신학교의 모든 학우들이 한마음 한뜻 되어서 시대의 그 역사를 회복시키고 종교를 개혁시키는 그런 기도에 올인할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа, чтобы единодушным сердцем вы могли молиться, чтобы из-за вас произошла религиозная реформация, чтобы Божье действие происходило через вас. 첫 시간에 경제 치유, 둘째 시간에 기도 치유, 여러분 마음에 잘 담으시고 묵상할 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. В первой лекции мы говорили об исцелении экономики, вторая лекция это исцеление молитвы. Желаю, чтобы в это слово вошли в свое сердце и могли молиться. 이제 마치겠습니다. На этом вторая лекция Recording in progress. Иисус Христос. Иисус Христос. 자, 우리 세 번째 시간입니다. Третья лекция. 세 번째 시간은 우리가 시급한 목회 치유라는 제목으로 계시록 1장 16절에서 20절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Срочное исцеление пасторства. Посмотрим с вами откровение. Кесирок. 예, 계시록 1장 16절에서 20절. Первая глава с 16 по 20 стих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я из первой и последней, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Аминь. Аминь. 자, 이 마지막 시대에 교회를 회복하기 위해서 예수님이 지금 교회에 임재하신 모습을 기록했습니다. То есть мы можем увидеть образ Иисуса Христа, который дает нам вот это слово для последних времен, для сохранения церквей. 자, 오른손에 일곱 별을 붙잡고 또 일곱 금촛대 사이로 다니신다고 말씀하셨습니다. То есть говорится, он держит десницы своей семь звезд, из уст его выходил острый с обоих сторон меч. 그리고 예수님의 입에는 좌우에 날선 금이 나온다고 기록되어 있습니다. Острый с обоих сторон меч. 그리고 처음이요 마지막이라고 말씀하십니다. Есть начало и конец. 자, 전에는 내가 죽었으나 이제는 세세토록 살아서 사망과 음부의 열쇠를 가졌다고 기록되었습니다. Я живу и был мертв, и все живы веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. 자, 이 말씀은 지금 마지막 시대의 교회는 예수님께서 친히
교회의 머리가 되셔서 주관하시고 다스리신다는 말씀인 것입니다. То есть здесь выше говорилось, что он находится посреди семи светильников. И то есть он тот, который сейчас управляет церквями, в своих руках держит эти церкви. 교회는 그리스도의 몸된 교회요. 그리스도는 교회의 머리이십니다. И получается, он является главой церкви, а мы церковь это его тело. 그래서 우리는 몸된 교회의 머리 되신 주님을 뜻을 구하는 것이 교회와 목회와 전도에 성공하는 유일한 길입니다. И поэтому единственный путь успеха для церкви, для нас верующих, это понимать Его волю, просить понимания Его воли. 하나님의 뜻과 계획은 절대로 변개되지 않습니다. Воля Божья, Божий план, он неизменен. 그래서 여러분, 우리는 성경에만 있는 성경적 방법으로 전도와 선교를 선교에 승리할 것입니다. И поэтому победа в проповедании миссионерстве только одна, если мы будем идти по методу библейскому, библейский метод проповедования. 그 어느 시대든지 하나님이 쓰신 일꾼들은 하나님께서 모든 주권으로 시대를 움직인다는 절대 주권을 믿었던 것입니다. То есть все рабы Божьи, которых использовал Бог, они верили абсолютный Божий суверенитет. 그리고 어떤 때든지 어떤 문제든지 하나님의 뜻과 계획을 먼저 구하는 기도 응답으로 시대를 치유했던 것입니다. И они могли исцелять эпоху благодаря тому, что какое бы то ни было время, они в первую очередь искали воли Божьей. 자, 땅에서 하나님의 뜻과 계획을 이루려고 하니 보좌에 계시는 주님이 시공간을 초월하는 능력으로 역사하실 수밖에 없었던 것입니다. Они на земле искали волю Божию, Божий план, и поэтому Бог не мог не действовать силой своего престола, превосходящего время и пространство. 그리고 언약의 말씀이 성취되는 곳에는 반드시 흑암은 무너지고 전도와 선교의 문들은 열려졌던 것입니다. И обязательно, где совершается воля Божия, Божий план сокрушается темные силы и совершается воля Божья. 자, 하나님의 역사하시는 곳에는 반드시 제자가 숨겨져 있고 그 세계 복음화를 위한 경제의 축복이 따라오게끔 되어 있었던 것입니다. И обязательно в том месте, где действует Бог, сокрушаются сокрытые ученики, и обязательно там сокрыто финансовое благословение ради евангелизации. 그러나 땅의 임금 사단이 복음이 전파되는 것을 원치 않기 때문에 사단은 모든 방법을 동원해서 전도자를 방해했던 것입니다. И сатана, который является князем мира, он не желает, чтобы совершалось проповедование, обязательно благовестникам препятствует. 그래서 하나님이 자기 일꾼들에게 사단의 권세, 마귀의 일을 멸할 권세를 주셨던 것입니다. И поэтому своим рабам Господь дает власть сокрушать сатану. 그래서 전도자는 약속의 말씀을 붙잡고 오로지 말씀과 기도에 전무할 때 주의 사자를 동원해서 하나님의 뜻과 계획이 이루어지는 것을 우리는 지금까지 보았습니다. До сих пор мы с вами убеждались в том, что когда чадо Божие держится за обетованное Слово Божие, тогда Господь действует. 자, 이런 영적인 실상을 우리가 이제 배웠는데 지금까지 교회 안에서 영적인 부분에 있어서 너무나도 무지했기 때문에 교회는 사단의 공격에 무방비 상태로 무너졌던 것입니다. Но потому что дети Божии не наслаждаются вот этими духовными благословениями, поэтому состояние церквей в таком падшем состоянии. 자, 지금 여러분 교회의 형편을 한번 보시겠습니까? Давайте посмотрим с вами состояние церквей. 자, 지금 계시록에 일곱 교회를 모델로 주님께서 우리에게 말씀하셨습니다. Как посмотрите сегодня откровение, как представители церкви, как модели, Господь показывает нам семь церквей. 자, 여기서 우리가 계시록 3장 14절에서 3장 14절
부터 우리 말씀을 22절까지 한번 읽어보겠습니다. Давайте посмотрим Откровение 3, 14, 21. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало созидания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, и не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Аминь. 자, 지금 라오디아 교회를 통해서 주님께서 이 시대의 모습을, 교회의 실상의 모습을 보여주고 있습니다. То есть мы сейчас можем реальный образ церквей увидеть сегодня через это слово о Лаодикийской церкви. 자, 세상적으로는 풍요로워서 부족함이 없다고 말하는데 주님께서 보실 때는 너무나도 지금 빈약한 교회 모습을 밝혀냈습니다. То есть мы можем увидеть, что, может быть, сейчас с плоской точки зрения все хорошо, все в изобилии, но духовное состояние, оно очень в низком положении. 이 시대에 참된 그리스도의 증인을 찾을 수가 없어서 예수님께서 친히 충성되고 참된 증인이라고 말씀하신 것입니다. То есть сейчас тяжело найти истинных благовестников Иисуса Христа. Мы можем увидеть, что здесь говорится об этом. 더 중요한 것은 계시록 3장 20절에 교회의 주인 되신 예수님이 지금 어디에 계십니까? 이 сам Господь, он получается производит свое действие. И где он сейчас находится? 문 밖에 있는 것입니다. За дверями. 교회 밖에 있는 것입니다. Вне церкви. 여러분, 우리는 지금 이 부분을 심각하게 발견해야 됩니다. Мы должны сейчас очень серьезно к этому отнестись. 교회의 주인 되신 주님께서 교회 밖에서 지금 우리를 향해서 문을 두드리고 계시는 것입니다. То есть получается, Господь, который является хозяином церкви, он стоит за дверями и стучит наше сердце. 자, 주인 되신 예수님은 교회 밖에 계시는데 교회 안에 그렇다면은 교회 안은 인간이 주인이 되어서 지금 분주하게 지금 교회 일을 하는 것입니다. Получается, Господь стоит за дверями, а человек, который находится внутри церкви, несет служение. 그래서 예수님께서 곤관급과 그죠? 벌거벗은 수치를 안약을 사서 보아라 그랬습니다. И поэтому Господь Иисус говорит: "Посмотри на наготу свою." 불신자들에게 조롱받을 수밖에 없는 그 수치와 너희들의 영적으로 벌거벗은 상태를 봐라 이런 말씀을 지금 주님께서 우리에게 경고로 말씀하시는 것입니다. То есть посмотри на срамоту свою, то, что со стороны видят неверующие, то есть совершенно нет духовных сил у верующих. 자, 교회의 실제적인 목적은 어디에 있을까요? А что является реальной целью церквей? 세상에 임한 재앙을 막는 것이 교회의 첫 번째 목표인 것입니다. То есть первая цель церкви это преградить беды, которые снисходят на этот мир. 자, 우리 에스겔서 3장 18절을 한번 보겠습니다. Иезекииля 3:18 посмотрим. 자, 우리 성경 본문 읽는 거는 우리 뭐 다른 목사님들 좀 읽어도 좋을 텐데요. 통역하신 사모님이. 아, хорошо бы, чтобы кто-то зачитал. 목사님 3장. 네, 3장 18절에서 21절.
Кто-нибудь из пасторов прочитал бы Писание, было бы хорошо. Иезекииля 3, 18, 20. Кто-нибудь или из пасторов, или из верующих? Кто-нибудь подключитесь, если пастор Сергей. 18절, 19절만 읽어주세요. 3 глава, 18, 20 стих. Я읽었습니다. 자, 여기서 악인이든 의인이든 정확한 복음으로 그들을 일깨우라는 것입니다. То есть, что праведника, что злого человека нужно пробудить точным словом. 자, 불신자가 왜 멸망받는가? 그 이유를 말해주라는 것입니다. Нужно говорить, почему погибает неверующий. 기독교인은 왜 실패하는가? 거기에 답을 말해주라는 것입니다. То есть нужно сказать, почему христиане имеют поражение. 교회가 사단의 12가지 문제를 정확하게 폭로하지 못한 까닭에 예수 믿으면서도 사단에게 실패하는 창세기 3장의 사건이 오늘날 현실입니다. Но сегодня это реальность, что из-за того, что утрачивают духовные знания, поэтому проигрывают в сатане, еще больше находится в бытие 3 главе. 당연히 전도와 선교는 실패할 수밖에 없죠. Конечно, естественно, проповедные миссионерства не может быть поражение. 자, 지구상에 그 많은 강대국들이 하나님의 말씀을 무시하고 경고를 무시했는 결과 다 망해버린 것입니다. Но из-за того, что сильные державы, они пренебрегают Божьим словом, поэтому все приходит к погибели. 이 지구상에 진정한 메시아 그리스도는 예수님 한 분밖에 없습니다. И поэтому единственный мессия для нас это Христос. 왜 선하의 구원을 말한 다른 이름, 유일한 이름을 주셨는가 이유를 아셔야 됩니다. Нужно знать, почему он дал вот это единственное имя, которое нужно передавать всем народам. 지구상에 여러분 신들의 이름이 얼마나 많이 있습니까? Много же имен в этом миру различных богов. 마리아가 아무리 예수님을 잉태한 어머니라 할지라도 마리아 이름으로는 사단을 이길 수가 없는 것입니다. То есть, как бы ни была бы выдающаяся Мария, благодаря тому, что она родила Иисуса Христа, но она не может прогнать сатану. 저는 처음에 예수를 믿고도 왜 예수만 믿어야 되는가라는 그 이게 의혹이 떠나질 않았습니다. А вначале, когда я уверовал в Иисуса Христа, у меня никогда не пропадали вот эти сомнения, но почему только Иисус? 영적 문제와 사단의 역사를 알지 못했기 때문에 꼭 예수만 믿어야 되는가라는 그런 의심도 생겼습니다. То есть я не знал о духовных проблемах, о действии сатаны, поэтому у меня было такое сомнение, обязательно ли нужно верить только в Иисуса. 어느 날 왜 모든 사람들이 우상 숭배하고 멸망받을 수밖에 없는 길을 자취해서 걸어가는가 이유를 알게 됐습니다. Но однажды я понял, почему неверующие имеют поражение, идут путем погибели. 자, 이유를 알아도 정확한 답을 전달하지 못했기 때문에 또 새로운 갈등이 있었던 것입니다. Я познал причину, но не мог дать точный ответ, у меня появились новые конфликты. 자, 어느 날 다락방 전도단체에서 예수가 그리스도 이 메시지를 듣는 순간에 저는 하나님께서 놀라운 영적인 축복을 허락하셨던 것입니다. Но однажды через семинацию горницы я осознал, что Иисус есть Христос, и для меня открылось это понимание. 자, 왜 불신자는 멸망받는가? Почему неверующие погибают? 하나님께서 우상 숭배의 결과라고 정확하게 가르쳐 주셨습니다. Бог очень точно говорит, потому что находятся проблемы идолопоклонства. 자, 우상 숭배는 사단이 역사하는 강력한 무기인 것입니다. И идолопоклонство это очень сильное орудие сатаны. 자, 우상 숭배를 한다는 것은 하나님을 떠났다는 결론인 것입니다. А почему идолам поклоняются? Это результат того, что оставили Бога. 자, 얼마든지 마귀의 밥이 될 수밖에 없는 것입니다. И поэтому люди становятся просто кашей для сатаны. 자, 그래서 불신자는 어떤 환경 가운데서도 결론은 멸망으로 끝나는 것입니다.
И поэтому, в какой бы обстановке ни находился неверующий, в результате он идет в погибель. 저는 현장에서 너무나도 그런 사실들에 대해서 확인을 많이 했습니다. На местах действия я убедился в этом. 근데 더 안타까운 현실을 또 발견했습니다. Но еще увидел то, в чем имею большое сожаление. 자, 예수 믿고 구원받았는데 왜 실패하는가? Что люди даже уверовали в Иисуса Христа и получили поражение, но имеют вернее, получили спасение, но имеют поражение. 이제 교회를 다니면서 거기에 대한 답을 또 저는 찾지 못했던 것입니다. И почему имеют поражение, даже ходя в церковь, не могут найти ответ? 자, 어느 날 사단의 공격을 이기고 재앙을 막는 그리스도의 비밀을 우리에게 일러 주셨는데 교회는 그것을 정확하게 가르쳐 주지 못했던 것입니다. Потому Господь, Он сокрушил все силы тьмы, разрешил наши духовные проблемы, но церковь не может это точно передать. То есть усердно ходят в церковь, служат, но имеют поражение. Очень много вокруг меня таких было людей. 여러분, 저는 지금 여러분들에게 설교하기 위해서 전하는 말하는 말이 아니에요. Сейчас я не говорю вам это как проповедь, как лекцию. 제가 한 번은 그 병원에 전도하러 간 적이 있습니다. Однажды я пошел проповедовать в больницу. 근데 어떤 환자분 한 분이 보호자도 없이 그 자기 머리 곁에 성경 한 권만 딱 있는 것을 제가 봤습니다. И я увидел, что возле одного больного рядом с подушкой лежала Библия. 제가 그 병원에 매일 찾아가는데도 그분 주위에는 보호자가 한 명도 없었습니다. И я каждый день приходил в больницу. 찾아오는 사람도 없었습니다. И заметил, что к этому человеку никто не приходит. 그리고 그분도 한 마디도 말도 안 했습니다. И этот человек просто лежит, не общается ни с кем. 근데 한 번은 이제 그분 곁에 성경이 있어서 제가 그분 성경책을 한번 이렇게 펼쳐 보았습니다. И вот так как вот возле него Библия лежала, я подошел к нему, открыл Библию. 제가 그 성경을 펼치는데 제가 충격을 받았습니다. И когда я открыл Библию, я получил шок. 성경 66권 글자 하나하나를 동그라미 네모 표시를 하면서 성경을 읽었습니다. Этот человек настолько усердно, оказывается, читал Библию, что она у него вся была исчеркана, обведена. 근데 그 동그라미 네모 삼각형 이것이 연필로 색연필로 기록했는데 규격도 똑같았습니다. То есть он обводил и карандашом, и ручкой. 얼마나 많이 성경을 읽었는지 몰라요. 아, получается, обведено было даже не один раз, а по нескольку раз. То есть видно было, что сколько много раз он читал Библию. 근데 그분은 아무도 찾아오는 외로운 병실에서 나중에 돌아가셨습니다. 아, и вот потом он умер впоследствии. 제가 그분의 장례식을 치러드리면서 그 성경을 제가 그 관에 넣어드렸는데 지금 생각하면 그 성경을 제가 증거물로 좀 갖고 있었으면 너무나 좋았겠다 그렇게 아쉬움이 남습니다. И я участвовал в похоронах его. Я вспоминаю его, и вот мне кажется, надо было Библию его. Вот если бы у меня эта Библия осталась, как свидетельство, я бы мог показать ее. 여러분, 성경의 글자 수가 얼마나 많이 있습니까? Сколько много написано в Библии? 그 글자를 한 글자 한자 한자 동그라미를 다 치면서 읽었으니 얼마나 성경을 많이 읽었겠습니까? Представь себе этот человек, как читал Библию, насколько обводил ее там. 근데 그 글자를 동그라미를 쳤는 글자가 동그라미가 한 개 두 개가 아니고 연필로 수십 번 겹쳐진 표시를 제가 봤습니다.
То есть я увидела, что обведена, например, одно писание было в кругляшок не один раз, два, три, а десятки раз он вот это уже обводил. 제가 지금에 와서 깨닫는 것이 성경을 천독한다고 사탄을 이기는 게 아닙니다. 성경을 천번 읽는다고 사단을 이기는 것이 아니다. Но я что понял через это, что даже тысячу раз прочитаешь Библию, от этого сатану не победишь. 우리나라에 부처는 사탄이라고 마지막 고백을 했던 스님이 한 분 있었습니다. В нашей стране был один буддист, который исповедовал в конце своей жизни, что Будда это сатана, кому поклоняются. 이분이 살아생전에 책을 어마어마하게 많이 읽었던 분입니다. То есть это человек, который очень много книг прочитал в своей жизни. 이분 서재를 제가 방송을 통해서 한번 본 적이 있습니다. Но я увидел через телевидение вот это исповедание. 웬만한 도서관 같은 양의 책이 있었습니다. Я увидел вот этот репортаж, где говорилось об этом человеке, показывали книг, сколько много написал. 근데 그 많은 책 중에 성경책이 세 권 있었습니다. И там даже среди всех этих книг были три Библии. 그 왜 스님이 성경책을 세 권이나 갖고 있었느냐? А почему он имел три Библии? 첫 번째, 두 번째, 세 번째 성경이 너무 많이 읽어가지고 책이 낡아서 성경책이 세 권이나 있었습니다. То есть он очень много читал, и вот были три Библии. 자, 스님이 불교 스님이 성경책 세 권을 낡을 정도로 많이 읽었는데도 구원받지 못했습니다. И получается, может, там разный перевод был. Но сколько раз бы он ее не читал, спасения он не мог получить. Потому что он отвергал тот факт, что Иисус есть Христос. То есть тысячу раз даже прочитав Библию, человек идет в ад. И он своими устами исповедовал, что он идет в ад. 그리고 부처는 사탄이다라고 고백했습니다. И он исповедовал, что Будда это сатана. 세상에 많은 사람을 틀린 진리로 지옥에 빠뜨렸다고 탄식했습니다. И он сожалел о том, что то есть вот это учение ведёт людей в неправильные пути и ведёт прямо в ад. 여러분들이 목회자로서 사명이 어디 있습니까? А вы являетесь пастырями. Где, в чем заключается ваше предназначение, миссия? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. Бог так возлюбил этот мир, что послал Сына Своего Единородного. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻기 위함이라고 말씀하셨습니다. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 자, 요한복음 3장 16절 너무나 잘 아시죠? Иоанна 3:16 вы хорошо знаете. 자, 교회와 목회의 진정한 목적은 뭡니까? В чем истинная цель церкви и пастырей? 멸망으로 향하는 세상 사람들의 저주와 재앙을 막아주는 것이 교회와 목회의 본질인 것입니다. То есть суть церкви, суть пастырей в том, чтобы преградить беды и проклятия, которые приходят к неверующим. 자, 교회와 목회의 참 본질이 뭡니까? Что является истинной сутью церквей и служителей Божьих? 자, 교회 다니면서도 사단의 역사와 그리스도의 비밀을 모르기 때문에 실패할 수밖에 없는 그 저주를 막는 것입니다. Это преградить проклятие, которое приходит в жизнь людей, даже верующих, которые не знают о действии сатаны, не знают Христа. 자, 교회가 그 사실을 정확하게 전가하지 못했기 때문에 이 지구상에 지금 공산주의 사상이나 불건전한 신비주의 사상으로 세상을 덮어버린 것입니다. И так как церковь не может здесь дать точный ответ, поэтому этот мир приходит к мистицизму, коммунизму и так далее. 자,
진정한 교회의 목표와 목회의 목표는 지구상에 일어나는 모든 영적 문제를 폭로하는 것입니다. 그래서 무슨 истинное предназначение церквей, духовных служителей? Это чтобы преградить вот эти духовные бедствия. 그리고 인간은 그 사단의 함정에 빠져 있는 존재라는 사실을 알리는 것입니다. И сообщить людям, что они находятся вот в этой ловушке сатаны. 그리스도가 아니면은 절대로 그 저주에서 재앙에서 빠져나올 수 없다고 없다는 사실을 우리가 알리는 것입니다. И сообщить о том, что невозможно из этого выйти, если не через Христа. 자, 어떤 무능한 배경 없는 사람이라 할지라도 그리스도 안에 있으면은 세상을 이긴다고 가르치고 전달하는 것이 목회와 교회의 본질인 것입니다. И цель церкви, суть церкви, пастырей в том, чтобы донести до людей, что в каком бы состоянии человек ни находился, если он будет во Христе, он победит этот мир. 자, 러시아 교회는 지금도 이 영적인 실상을 말하지 못하고 있는 것입니다. И церкви России вот об этой духовной утрате не могут говорить. 자, 그러니까 여러분 지금 교회가 세상을 향해서 지금 어떤 상태로 놓여 있는지 여러분들이 스스로 진단하셔야 될 줄로 압니다. Я верю, что сейчас вы можете увидеть, в каком состоянии находится церкви. 그래서 하나님께서 일곱 영, 일곱 별, 일곱 금초대 사이로 보좌에서 시공간을 초월하는 능력으로 지금 역사하고 계시는 것입니다. А что утратили эти церкви? Поэтому Господь сейчас ходит посреди семи светильников, действует благословением престола, превосходящее время и пространство. 자, 여러분, 인간은 수천 년 동안 하나님을 대적하는 것으로 문화와 문명을 꼽혔습니다. И сатана, он атакует этот мир, производит культуру, рассвет, не имеющий Бога. 자, 수천 년 동안에 하나님이 없다고 가르치는 지식과 사상으로 모든 교육을 장악했습니다. И уже за тысячелетия он уже завоевал все образование, где сейчас говорят о том, что то есть образование, которым Бог не нужен. 자, 우리 계시록 18장 말씀을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим Откровение 18 главу. 3절, 5절 보겠습니다. 3절, 5절. 3절에서 8절까지 보겠습니다. 3절에서 8절. 3절에서 8절. 18장. 맞아요? 18장. 네. 계시록 18장. 네. 3절에서 8절까지. 18, 3 по 8 стих. «И цари земные любодействовали с нею, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвойне. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею и не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог, судящий ее. Аминь. 자, 여러분, 5절에 보면은 지금 세상 사람들이 하나님을 대적하여 문명을 꽃피운 그 죄악이 하늘에 사무쳤다 그랬습니다. То есть получается пятый стих, что грехи дошли до неба, грехи людей. И вот этот рассвет, развитие, которое происходит сейчас в мире, как без Бога, все это дошло до Бога. 자, 그리고 하나님은 인간 세상의 불의한 일들을 죄악의 일들을 기억하고 계신다고 말씀하셨습니다.
И говорится здесь о том, что Господь помнит вот эти грехи, все, что происходит в этом мире. 자, 그래서 하나님이 장차 세상을 심판하시는데 하루 만에 인간이 쌓아놓은 바벨탑을 무너뜨려 버린 것입니다. И поэтому в один день говорится, вот эта Вавилонская башня, она сокрушится в день суда. 자, 8절을 보겠습니다. 8 стих. 8절 다시 한번 같이 읽겠습니다. Еще раз вместе прочитаем. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. 하루 만에 하나님께서 모든 세상의 죄악의 요소들을 심판하신다고 말씀하셨습니다. Говорится, в один день все вот эти грехи Господь будет судить. 불로 심판하시겠다고 말씀하셨습니다. Огнем. 심판하시는 분은 하나님이시고 강한 하나님이라고 말씀하십니다. Судить будет Бог, сильный Бог. 자, 여러분들 지금 이 계시록 18장을 전체를 잘 읽어보시면은 인간이 어느 정도로 악한 일을 하고 있는가라는 것을 지금 볼 수 있습니다. Если прочитаете всю 18 главу, вы увидите, насколько злые дела сейчас делает человек. 지금 여러분 우리 사회에 일어나고 있는 여러 가지 불의한 일들을 보면은 차마 이게 눈으로 볼 수 없고 말할 수 없는 그런 흉측한 죄악들이 많습니다. Мы можем увидеть сейчас в мире, что люди совершают большие злые дела. Совершают даже дела, которые мы с вами и не видим. 자, 인간이 얼마나 그 죄악의 그 상처가 큰지 사람을 죽이고 또 스스로 자살하는 사람들도 너무 많이 있습니다. То есть сейчас что происходит? Что много убийств происходит. Происходит много самоубийств. 여러분, 짐승은 자살하지 않습니다. Вы знаете, что животные, они не заканчивают жизнь самоубийством? 자살하는 짐승은 지구상에 한 마리도 없습니다. Нет ни одного животного, которое бы заканчивало жизнь самоубийством. 근데 만물의 영장이라고 하는 인간이 자살자가 얼마나 많은지 모릅니다. Но царь творения, человек заканчивает жизнь самоубийством, и этого много в мире. 자, 자살만 하는 것이 아니라 사람을 짐승 취급하면서 죽이는 자들도 많이 있습니다. И не только эта проблема, но и людей воспринимают как животные, легко убивают людей. 자, 여러분 여기 10절을 한번 읽어보세요. А 10 стих прочитайте. «Стоя издали от страха мучений ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». 자, 하나님의 말씀을 거역하는 강대국, 또 연약한 백성들을 괴롭히는 그 패권 국가들의 역사를 하나님은 한 시간 만에 심판하시겠다고 약속하셨습니다. То есть говорится, вот эти сильные державы, которые идут против Слова Божьего, которые приводят, которые мучают народ, в один час Господь будет судить. 자, 이런 사실을 알고 교회는 복음의 말씀만 전달할 렘넌트들을 제자들을 준비시키게 되는 것입니다. Зная этот факт, нужно сейчас в церквях подготавливать ремнант, который сможет передавать только благую весть. 자, 이 지금 사단의 열두 저주로 말미암아 많은 사람들이 약으로 또 의술로 해결할 수 없는 정신병이나 육체의 질병을 지금 앓고 있습니다. И сейчас мир находится в 12 проблемах, 12 проклятиях сатаны, и психические проблемы все больше приходят к человеку, которые не разрешимы ни лекарством, ни какими-то человеческими усилиями. 그래서 저와 여러분들은 이 시대의 재앙을 막는 파수꾼이요 영적인 질병을 치유하는 영적인 치유 의사인 것입니다. И поэтому вы те, кто в эту эпоху преграждаете беды, вы стражи, которые преграждаете беды, вы духовные врачи, которые исцеляют людей. 자, 무엇보다도 정확한 그리스의 복음과 사단의 그 숨겨져 있는 영적 문제를 세상에 폭로하는 것이 그리스의
대사의 사명인 것입니다. И также вы имеете предназначение послов, которые могут передать точное Евангелие в этот мир и сокрушить все темные силы. 자, 그래서 여러분 지금 이 코로나 팬데믹 시대로 말미암아 지금 스스로 뭘 할 수 있는 그런 일은 없지만은 저와 여러분들은 말씀으로 뿌리 내리고 말씀으로 각인 체질화 시키는 영적인 훈련을 더욱 더 깊이 해야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что вот в эпоху пандемии сейчас, когда мы менее можем двигаться, чтобы передавать благую весть, но это сейчас время для нас, когда нужно еще больше в корни пускать в слове, делать его своей сущностью, запечатлять в себе. 그래서 올바른 복음을 누리고 올바른 복음을 후대들에게 전달하는 것이 우리 목회와 교회의 사명인 것입니다. И предназначение церквей и служителей Божьих это в том, чтобы сейчас наслаждаться правильной благой вестью, передавать ее потомкам. 그리고 성도들에게, 렘넌트들에게 올바른 복음을 체험할 수 있는 기도의 비밀을 가르치는 것이 교회와 목회의 사명인 것입니다. И научить также церковь верующих молитве, чтобы они этим благословением могли наслаждаться. 자, 사단의 시험과 공격은 반드시 있기 때문에 흔들리지 않도록 우리가 그리스도 안에서 말씀으로 뿌리 내리도록 교회와 목회자들이 도와야 할 것입니다. И поэтому, чтобы верующие не впадали в искушение, не падали от атак сатаны, нужно помочь им, чтобы они пустили корни в благой вести, в Слове Божьем. И в зависимости от того, что во мне запечатлилось, укоренилось, стало сущностью, выйдут точные плоды. 그래서 저와 여러분들은 이 시대를 치유하고 살릴 세계복음화의 주역으로 하나님께서 부르신 것입니다. И поэтому Господь призвал вас главными героями оживотворения, спасения в эту эпоху. 자, 그래서 여러분 오늘 마지막 시간이기 때문에 마지막 열 번째 강의는 제자를 치유하는 제목으로 제가 짧게 말씀을 전하겠습니다. И последняя лекция будет на тему исцеления учеников. 자, 열 번째 제목은 제자 치유인 것입니다. Исцеление ученика, 10-я лекция. 자, 여러분 우리가 빌립보서 3장을 지금 다 읽을 수는 없고 여러분들이 빌립보서 3장을 1절에서부터 21절까지 나중에 천천히 한번 읽어보시기 바랍니다. Конечно, Филиппийцам 3 главу мы сейчас не сможем здесь все прочитать, но я желаю, чтобы попозже сами прочитали. 3 глава с 1 по 20 стих. 자, 바울은 여기서 정말로 우리 목회자들이 또 제자들이 붙잡아야 될 중요한 믿음의 고백을 기록해놨습니다. Здесь Павел говорит очень важное исповедание веры, за которое обязательно должны держаться ученики. 바울만큼 사역을 많이 한 사역자가 많지 않습니다. 아니, много таких служителей, как Павел, которые настолько большое вели служение. 그러나 본인은 자기가 이룬 것은 하나도 없다고 고백했습니다. Но он не возвеличивает себя. 오히려 그리스도 안에 있는 영원한 하나님의 나라의 목표를 위해서 그는 달려간다고 고백했습니다. Наоборот, он исповедует, что я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Я стремлюсь. 자기가 그리스도 밖에서 소유하고 있었던 그 세상의 모든 좋은 것들은 그리스도 안에서 배설물이라는 사실도 발견했습니다. И также он обнаружил то, что все, чему следует этот мир, все вот хорошее, благое для человека в этом мире, он говорит, я все это почитаю за сор. 자, 우리 빌립보 3장 20절에서 21절 두 절은 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте два стиха прочитаем. Филиппийцам 3, 20, 21.
Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. 자, 이제 지금 보좌에 계시는 주님께서 우리와 함께 우리 가운데 지금 능력으로 역사하신다고 기록됐습니다. То есть Господь, который пребывает на престоле своей силой и властью, пребывает вместе с нами. 그래서 우리가 구하는 것이나 생각하는 것에 넘치도록 역사하신다고 말했습니다. И Он действует в преизбытке. 그럼 여러분, 우리의 이 생각이 매우 중요한 것입니다. Очень важны наши мысли. 여러분, 지도자 한 사람의 생각은 조직 전체를 살리는 것입니다. Потому что мысли духовного лидера, они могут оживотворить все. 교회 목회자 한 사람은 그 교회를 사람의 지식이나 노력을 하는 것이 아니라 하나님의 절대 계획을 언약을 붙잡고 심부름 한다면은 그 교회는 영원히 존재할 것입니다. То есть очень важно, чтобы духовный руководитель вел церковь не своими силами и мыслями, но руководствовался Божьим водительством. 자, 지금 바울은 이 감옥 안에서 보좌의 배경을 누림으로 지금 땅에서 이런 믿음의 고백을 드릴 수 있는 것입니다. То есть находясь в тюрьме, он имеет вот такое исповедание веры. 지금 보좌에 계신 주님께서 땅에 있는 저와 여러분들과 원넷을 이루어서 구원 사역을 지금 이루어 나가시는 것입니다. И поэтому мы сейчас находимся на земле, и Господь совершает через нас служение спасения по воле своей. 사도 바울이 땅에서 얼마나 보좌의 축복과 배경을 누렸는가 하면은 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 고백할 정도로 그는 확신 있게 고백했습니다. Павел, насколько он наслаждался благословением Божьего престола, духовным благословением, что он исповедовал, что наше жительство на небесах. 자, 이미 보좌 우편에 앉아 있기 때문에 세상을 다스리는 것은 그것은 너무나도 쉬운 것입니다. Потому что Господь, точнее, 자, 이미 보좌에 주님과 함께 계시기 때문에 앉아 있기 때문에 땅에 있는 세상을 다스리는 것은 너무나 쉬운 것이다. То есть он уже исповедует, что он посадил нас на небесах во Христе Иисусе, и поэтому здесь сейчас на земле управлять очень легко. 자, 그래서 여러분, 제가 첫 시간에 성경에 있는 세상 치유의 십계명의 말씀을 여러분들에게 전달했습니다. В первой лекции нашей встречи я говорил вам о 10 заповедях. 여러분, 이 십계명은 지금 우리가 지키라고 하나님께서 주신 것이 아닙니다. Господь нам дал их не просто, чтобы мы их соблюдали. 십계명을 거울로 세상을 보라는 것입니다. Но чтобы через зеркало 10 заповедей мы могли посмотреть на этот мир. 하나님은 이 말씀에 위배되는 세상을 알고 있었던 것입니다. 하나님은 말씀 반대로 살아갈 것을 세상 사람들이 말씀을 반대로 살아갈 것을 알고 있었대요. Господь, он знал, что люди будут жить противоположно этому слову. 그래서 십계명을 우리에게 주신 것입니다. И поэтому дал нам 10 заповедей. 자, 말씀은 거울이요 우리에게 시대의 교훈인 것입니다. То есть слово для нас это зеркало, это научение в эту эпоху. 그러면은 우리가 말씀의 거울을 비춰서 봤을 때 지금 십계명대로 지켜지면서 살아가는 국가나 개인이나 교회가 있습니까? И вот если смотреть на этот мир как через зеркало 10 заповедей, есть ли люди в этом мире, страны, церкви, которые живут по 10 заповедям? 그래서 오호라 나는 공관자로다.
사도 바울도 고백할 수밖에 없는 것입니다. И поэтому даже апостол Павел он не мог не исповедовать, он говорил: "О бедный я человек". 자, 인간의 육신으로는 하나님의 뜻과 계획을 이룰 자가 없기 때문에. А почему? Потому что плотью человеческой волю Божию нельзя совершить. 그래서 우리 주 예수 그리스도께 감사한다라고 선포한 것입니다. И поэтому он исповедовал: "Благодарю Господа нашего Иисуса Христа". 자, 성경은 모든 사건과 문제를 통해서 그리스도로 답을 얻도록 기록되어 있는 것입니다. И Библия написана, чтобы через все проблемы и события мы могли обрести ответ Христом. 여러분, 이제 이 시대에 우리가 제자들은 어떤 마음을 가져야 되겠습니까? И поэтому ученики в эту эпоху какое должны иметь сердце? 베드로가 베드로전서 2장 9절에 우리는 그리스도의 아름다운 덕을 선전할 자라고 불렀다고 그렇게 고백했습니다. 1 Петра 2:9. Петр исповедовал, что мы передаем слово благой вести в этот мир. 여러분, 이 마지막 사단과의 영적 전쟁은요, 눈에 보이는 칼과 창으로 싸우는 게 아닙니다. В это последнее время, когда это время духовной борьбы, мы с вами не ведем борьбу с таким физическим оружием. 자, 골레셋의 거인 골리앗은 완전 무장을 하고 이스라엘 앞에 나타났습니다. 골리앗, когда предстал пред израильским народом, он был очень хорошо вооружен. 자, 갑옷과 방패와 칼과 창과 단창 다 들고 나왔습니다. Он вышел, имея все оружие, то есть у него и шлем был, и щит, и меч. 자, 어린 소년 다윗은 평상시에 입던 옷으로 물맷돌 가지고 만군의 여호와의 이름으로만 나갔던 것입니다. Но юноша Давид, он вышел против него в обычной своей одежде, с пращей и камнем, но он вышел во имя Господа Саваофа. 자, 여러분들 안에 그리스도 이름이 있습니까? А есть ли перед вами имя Божие, имя Господа? 여러분들 안에 예수 그리스도 이름이 있다면은 그 그리스도가 여러분들 인생의 주인이 맞습니까? Если у вас есть имя Иисуса Христа, является ли он хозяином вашей жизни? 자, 여러분들의 인생에 그리스도가 주인이 맞다면은 모든 문제 해결 열쇠는 그리스도가 맞습니까? А если он действительно хозяин вашей жизни, действительно ли он разрешитель всех ваших проблем? 그래서 베드로는 믿음의 덕을 덕의 지식을 신의 성품의 일곱 가지를 증거한 것입니다. И поэтому Петр учился. 베드로후서 1장 6절에서 9절 신의 성품 일곱 가지. 베드로후서 1장 6절서부터 9절입니다. 6:9. Давайте прочитаем. 자, 그건 넘어가고요. 1 Петра 1:6-9. То есть здесь говорится то, что должны иметь верующие. 자, 지금 이 베드로가 눈에 보이지 않는 내면의 것을 말씀한 것은 앞으로의 영적 싸움은 보이는 무기로 싸우는 것이 아니라는 것입니다. То есть люди, имеющие Святого Духа, Божьи люди, должны иметь вот эти семь пунктов, о которых здесь говорится. Потому что мы должны в будущем вести духовную борьбу невидимым глазам. 자, 십계명을 왜 세상 사람들이 지키지 못하고 있습니까? Почему люди в мире не могут соблюсти 10 заповедей? 십계명을 지키는 것은 그 천국이 임하는 것이거든요. И соблюдение вот этих 10 заповедей это и есть как снисхождение Божьего Царства. 자, 사단이 신앙이다 못 지키도록 방해했는 것입니다. Сатана не хочет этого, и он препятствует этому, чтобы не соблюдали. 자, 베드로 후서에 그 일곱 가지의 신의 성품을 왜 베드로가 마지막에 강조를 했을까요? Почему
Получается, апостол Петр, он делает акцент на вот эти семи пунктов, которые должны иметь верующие. 사단에게 없는 그리스도의 성품이니까 마귀가 싫어하는 것입니다. Потому что это характер Христа. Это характер Христа, который не имеет сатана. 그리스도의 성품을 가진 자는 사단이 절대로 이길 수 없는 것입니다. И вот человека, который имеет вот этот характер, вот эти семь пунктов, сатана не может их победить. Это 2 Петра, 1 глава, 6 по 9 стих. 자, 그래서 갈라디아서 5장 20, 22절에 성령의 그 아홉 가지 열매는 그건 하나님이 정말로 기뻐하시는 열매인 것입니다. Галатам 5 глава, это 9 плодов Святого Духа, это то, чему радуется Бог. 자, 갈라디아서 5장에 보면은 성령의 열매 맺기 이전에 육체의 열매를 먼저 기록한 것입니다. И прежде чем в Галатам 5 главе будет говориться о плодах Святого Духа, вначале говорится о плодах плоти. 자, 육체의 일은 분명히 음행과 호색과 우상숭배, 주술, 분내는 거, 당짓는 거, 원수 맺는 거 이런 것들입니다. То есть, плоды плоти. Здесь 자, говорится, прелюбодеяние, блудничество, непотребство, служение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийца, пьянство, бесчинство. 자, 그래서 16절에서 갈라디아서 5장 16절에서 21절까지는 육체의 열매, 다시 말하면 사단이 원하는 열매가 그대로 기록되어 있는 것입니다. 이건 다 마귀의 열매인 것입니다. Галатам 5:16 здесь говорится о плодах плоти, о плодах сатаны, то, что сатана хочет, чтобы мы имели. 자, 그런데 바울은 성령의 열매 맺기를 간구하고 있는 것입니다. Павел говорит о том, чтобы приносили плоды Святого Духа. 그게 22절, 23절 내용인 것입니다. Это содержание 22, 23 стиха. 자, 마귀에게 없는 것이요, 마귀가 가장 싫어하는 것입니다. Это то, что дьявол не имеет, и то, что он больше всего ненавидит. 그래서 지구상의 모든 사람들이 헛된 영광을 위하여 달려가는 모습을 지금 바울은 안타깝게 여기면서 지금 우리에게 성령의 열매 맺기를 강구하는 것입니다. И поэтому, с сожалением, Павел смотрит на людей в мире, которые следуют за ложной славой, и говорит, приносите плоды Святого Духа. 자, 이런 하나님을 기쁘시게 하는 내면적인 것을 갖춰주는 사람들이 남은 자요 시대를 치유할 자인 것입니다. Люди, которые такой характер, такую суть имеют, это остаток, который животворят эту эпоху. 그런 사람만이 사단과 싸울 수 있는 것입니다. Вот только такие люди могут вести борьбу с сатаной. 그게 여러분 골리앗과 다윗의 전쟁인 것입니다. И это и есть война Голиафа и Давида. 자, 다윗의 형들은 다윗을 욕하고 책망했지만은 정작 골리앗 앞에서는 아무 소리도 못 했습니다. Голиаф ругал Давида, а Давид перед ним ничего не говорил. 그러나 다윗은 이유를 가지고 당당하게 비무장으로 골리앗 앞에 나가서 승리했던 것입니다. Но зная причину, он мог твёрдо выйти на эту войну, можно сказать, с голыми руками и победить. 자, 우리 사무엘상 17장 50절을 찾아보겠습니다. 1 царь 17 глава. 사무엘상 17장 50절 50 стих. 50절에서 54절까지 자, 50절 51절까지 읽겠습니다. 50-51 стих. Первое царство 17 глава. Так одолел Давид филистимлянина пращую и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Аминь.
여러분 전쟁터에 나가는 다윗의 손에 뭐가 없었더라고 기록했습니까? 아, чего не было в руках у Давида, который вышел на сражение? 다윗의 손에는 칼이 없었더라. Говорится, не было меча. 다윗은 이미 승리의 확신과 이 영적 전쟁은 어떻게 싸울 것이라는 것을 알고 있는 자였습니다. Он имел уверенность в Святом Духе. Он знал, как нужно вести духовную брань. 자, 물맷돌로 블레셋 사람을 이기고 골리앗을 쳐죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 그랬습니다. То есть здесь говорится, что поразил его пращей камнем и убил его, меча же не было в руках его. 그리고는 어떻게 기록했습니까? Дальше. 달려가서 골리앗의 목을 밟았습니다. И потом он побежал и наступил на филистимлянина. 자, 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베었다고 기록되었습니다. 이것은 взял меч его и его мечом отсек ему голову. 여러분, 다윗은 할례받지 못한 여호와를 모독하는 마귀의 심부름 골리앗을 이기는데 이스라엘의 칼을 사용하지 않았습니다. То есть, получается, он убил вот этого филистимлянина необрезанного, который ругал имя Господня. Он не убил его мечом израильским. 자, 저주받은 자의 더러운 피를 이스라엘 칼에 묻히지 않기로 했던 것입니다. То есть, получается, вот эта грязная кровь вот этого получившего проклятие человека не дотронулось крови израильского меча израильского народа. 골리앗의 허리에 찬 그 칼을 뽑아서 그 칼로 골리앗의 목을 친 것입니다. То есть получается, он принял решение, что меч израильский не будет в этом задействован. Он взял его меч и его мечом отрубил ему голову. 이건 통쾌한 승리입니다. 이건 넉넉히 이긴 전쟁이었다. То есть была вот такая совершенная победа. 다윗은 기분 좋게 이긴 것입니다. Он получается вот так с легкостью, с таким хорошим настроением его победил. 다가올 고통의 시대에 전도 제자는 이런 다윗과 같은 영적인 믿음과 그 내면의 것을 확실히 갖추는 자라야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что мы вот в эту тяжкую эпоху должны вот такую же духовную веру, такую сущность внутреннюю иметь побеждающую в эту эпоху. 자, 그래서 오늘 여러분 마지막 시간에 이 제자 치유에 관해서 여러분 우리가 결론적으로 저와 여러분들은 237개 나라 5천 종족을 복음화할 전도제자로 하나님이 부르셨습니다. 이 вот тема была у нас это исцеление ученика. И Бог нас призвал вот в это последнее время благовестниками. 다윗은 어려서부터 영적인 규모를 잘 갖추었습니다. Вот эту духовную суть Давид обрел с самого детства. 다윗은 외적으로만 싸움을 잘한 것도 아니고 내적으로도 왕이 될 것을 알고 인격을 잘 갖춘 것입니다. То есть он уже имел как с юношества знал, что он станет царем. Он не только внешне хорошо страдался, но имел и внутреннюю духовность. 자, 하나님이 쓰신 일꾼들은 공통적으로 동일한 공통점이 있습니다. Есть особенность рабов Божьих, которых Бог хорошо использовал. 자, 요셉은 노예로 끌려갔지만은 장관이 요셉을 봤을 때 여호와께서 함께하시는 것을 보았습니다. То есть хотя Иосиф попал в рабство, но люди, которые были вместе с ним, они видели, что Бог вместе с ним. 자, 다니엘이 비록
포로로 잡혀왔지만은 다리오 왕이 볼 때는 어떤 총리보다도 규모가 있고 성실하고 확실한 그런 총리였던 것입니다. Хотя Даниил попал в плен, но Дарий, смотря на него, царь Дарий видел, что он более искренен, более подготовленный для служения во дворце, более мудрый. 자, 다윗은 평상시에 어떤 마음을 갖고 있었습니까? А какое сердце в обыденной жизни имел Давид? 자, 우리 시편 78편 70절 72절을 한번 보겠습니다. 우리 псалом 78 пастор сказал. Сейчас у нас, наверное, 77. 자, 72절 한 절만 보겠습니다. 72절 한 절. 70 и 71 стих посмотрим. Избрал Давида раба, это 77-й псалом, избрал Давида раба своего и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. 자, 다윗은 마음의 완전함, 그 성실함, 그리고 손에는 자기가 하는 일에 대해서 확실함, 이런 것들을 갖췄다고 기록됐습니다. 72 стих, и пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. То есть мы можем увидеть чистоту сердца Давида и мудрые руки. То есть он делал свое дело конкретно, точно, искренне. 다시 말하면, 충성된 마음을 가졌다는 겁니다. То есть он имел вот такое верное сердце. 그리고 맡겨진 일에 대해서는 최선을 다해서 완성하고 책임을 지는 그런 사명자였던 것입니다. Он был таким предназначенным, который дело свое делал с искренним сердцем, до конца неся за него ответственность. 여러분, 우리가 어떤 일을 진행할 때에 그 일이 잘못됐다면은 책임지는 자가 책임자고 지도자인 것입니다. То есть мы с вами те, которые какое бы дело ни делали, мы должны быть те, которые несут ответственность за свое дело. 자, 아무리 왕자리에 앉아 있어도 책임을 지지 못한다면은 그 사람은 쫄장부인 것입니다. То есть человек даже на месте царя, но если он несет ответственность за свои дела, это как ложный царь. 여러분, 이 아프가니스탄의 그 대통령이 탈레반이 침략해 올 때 자기 나라와 백성들을 국민들을 버리고 돈밭다리 들고 도망간 사실이 세계 뉴스에 나온 것입니다. В мировых новостях передавали о том, что президент Афганистана, когда талибаны напали, он просто оставил свой народ. 자, 그 사람은 지도자가 아닙니다. Это не лидер страны. 자, 그래서 오늘 저와 여러분들이 정말 하나님이 기뻐하시는 전도제자로 영적인 지도자로 준비되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы могли подготовиться как ответственные служители. 이거 충전이 지금 다 돼가지고 제가 충전을 좀 하겠습니다. Уже зарядка заканчивается, пастор. Он сейчас поставит зарядку. 자. 자, 오늘 강의는 열 강의를 이렇게 정리해서 마치고 우리 한 10분 정도 쉬었다가 네, 마지막 시간에는 우리가 좀 포럼도 하면서 또 제가 그 시험 과제도 드리도록 그렇게 하겠습니다. 10 минут отдохнем и последний час у нас будет время форума, и также я дам экзаменационные вопросы. 그래서 혹시 뭐 말씀에 질문 사항이 있거나 또 이런 부분들이 있으면은 우리가 서로 포럼 하면서 또 한 시간을 그렇게 마무리하도록 하겠습니다. Если какие-то вопросы у вас возникли, слушая слово, можно тоже где-то задать вопросы, упорядочить слово. Вот следующий час мы так проведем.